эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 25 декабря 2015 года, пятница. По одному из современных календарей, по одному из старинных, 14 день месяца белосияния и покоя мира, 7524 лета, вторник. Мы начинаем наш живой эфир, который будет посвящен теме уровня развития цивилизации. Главный заявленный эфир – это Юрий Алексеевич Тяжелов. Здравствуйте, Юрий. Здравия всем. Юрий, пожалуйста, представляю микрофон для того, чтобы ты мог ввести людей в курс дела, от себя что-то сказать, чему будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Вот такой интересный вопрос про уровень развития цивилизации. То есть этот вопрос не касается конкретно какой-то цивилизации. Этот вопрос касается понимания того, что такое уровень развития цивилизации. Как мы сейчас воспринимаем наше общество, другие общества на нашей планете в виде, понимаем мы это, что это цивилизация или нет? Вообще существует ли цивилизация вообще на нашей планете? Ну, то есть давайте оценим этот вопрос. Конечно, существуют такие отрывочные образы. Отрывочные образы, например, мы все знаем, что есть такая фраза «достижение цивилизации». В основном под достижением цивилизации принято считать достижение научно-технического прогресса. Вот все в курсе, наверное, что компания Илона Маска сумела возвратить первую ступень ракетоносителя обратно на Землю. Это как бы представляется средством массовой информации западным как великое достижение, о котором говорят. Но намного более сложная задача была решена с помощью корабля «Буран», который смог без, по сути, в управляемом режиме, без применения топлива, снизиться и произвести автоматическую посадку, и траектория и характер спуска был намного сложнее. В этом случае некоторые силы совершенно не обращают внимания, в общем-то, на то, что для общества важно. Вот при такой раскрутке научно-технических прогрессов, научно-технических достижений, я вам приведу еще один пример. Например, iPhone. То есть вот технология iPhone. Помните, как достаточно много говорили, ну, у нас все отстало, мы даже iPhone не умеем делать, как бы. Вот это супертехнология. По какому критерию оценить? А что применение iPhone, чем оно улучшило само общество? Оно всего лишь сделало более удобный мобильный телефон и оснастило его выходом в интернет и сделало это устройство красивым и удобным. Я бы в своем выступлении остановил внимание на других критериях. Улучшается ли общество? И кто вообще пользуется этими достижениями, которые раскручиваются как достижение научно-технического прогресса? Будет ли польза для всего общества? Ведь если достижениями не могут воспользоваться все общество, то что это означает для, скажем так, для цивилизации? Вот такие поставлены вопросы. Бесспорно, у цивилизации есть технический уровень развития, но есть и другой критерий, эволюционный. И здесь, на уровне таком общепринятом, я думаю, максимум, что люди могут вспомнить, это то, что племя из джунглей Амазонки молилось на самолеты, которые пролетали над ними. Вот. И обращались как к высшим силам, к этим самолетам. Но вот такое понимание, это отсталость, это низкий эволюционный уровень общества этого племени. Вот эта проблема, она достаточно имеет узкое, вернее, как проблема в узком понимании эволюции. И с другой стороны, очень нескромно преувеличено и раскручено образ высокой современной цивилизации. То есть такой образ существует. Это не что иное, как подмена понятий. То есть необходимо
нам сейчас определиться с критериями, как оценивать уровень цивилизации, вообще, что это, где это найти, эту цивилизацию, как ее, как выделить эти цивилизации на планете Земля. Вот, например, такой вопрос. А есть ли цивилизация у дельфинов? Или, например, у собак, слонов и обезьян? Вот эти все животные, мы их относим к разряду животных, они имеют высокий коллективный разум. Могут жертвовать собой. Вот, например, дельфины с нами особо не пересекаются, то есть живут отдельно. Они как бы распространены, то есть в определенном ореоле обитания присутствуют, достаточно доброжелательны, помогают, в том числе людям. Вот. И опять же вопрос в критериях. В бытовом представлении, навязанном, ну даже не в бытовом, в историческом, навязанном, опять же, через исторические там, учебники, через историческую литературу, через средства массовой информации, есть определенные образы штампы, когда цивилизованный мир приносит цивилизацию на другой континент, как это было, как это делали конкистадоры, переселенцы, североамериканским индейцам несли цивилизацию. Сейчас уже американские конкистадоры несут демократию по всему миру. И все это преподносится как приход цивилизованности, высоких, в кавычках, западных ценностей. В принципе, можно разделить как бы, общество на определенные признаки. Ну, например, отличительность, что это обособленное проживание, определенное мировосприятие, миропонимание. То есть вот в обществах, существующих на планете Земля, существуют такие группы сообществ, которые могут быть подразделены. В принципе, по этим критериям уже каким-то образом можно, скажем так, разделить их на разные цивилизационные группы. Но что в этом не хватает? Вот в этом подходе не хватает эволюционного критерия. Что же тогда в обществе эволюционизирует? Если бы наши ученые внимательно посмотрели за братьями нашими меньшими, то они бы увидели то, что вот определенные процессы эволюции разума там просто присутствуют на каждом шагу. Скажем так, есть несколько примеров. Ну, например, племя собак динго в Африке. Вместо такой агрессивного поведения в отношении стада обезьян, как бы в определенный момент, значит, осознало, что с обезьянами нужно жить совместно, так скажем, в симбиозе, что это разумные существа, которые могут помочь выживанию непосредственно племени собак динго. И вот таких вещей, если копнуть, достаточно много. Есть другой пример, когда определенной группе обезьян попытались внедрить в их сообщество деньги, то есть определенную структуру такую, которая позволяет обменивать товар на какие-то штучки такие кругленькие. Вот. И оказалось, что непосредственно внедрение денег наоборот, привело общество, вот этих сообществ обезьян, к деградации. И вот здесь можно отметить, что критерий разумности поведения, он совсем не такой, как вот нам преподносят вот эту эволюционную составляющую. То есть эволюционная составляющая в виде технического прогресса совершенно не является разумной. И мы, в принципе, видим. Но очень мало людей задают вопросы, как же оценить вот по критерию разумности действия, которые в обществе происходят. И вот, по сути, это является самым таким универсальным критерием, потому что любые действия представителей вот этих всех обществ можно оценить с точки зрения разума. Но разума, который имеет определенное представление, то есть он
принимает решение на очень правильном осознании и понимании всех структур общества. И то необходимости, и вот этого всего объема информации, который на самом деле необходим для выживания общества, для его дальнейшего существования, для осознания проблем, которые могут возникнуть, потому что, в принципе, в рамках экологической ниши на планете Земля все равно есть какие-то природные катастрофы, но вся эта экологическая ниша находится еще в большем таком непредсказуемом, можно сказать, пространстве Солнечной системы и так далее в галактике, которая для выживания, в общем-то, любая цивилизация требует изучения. Еще следует отметить, что нравственность в обществе – это тоже критерий, относящийся к разумности. Его отдельное представление, то есть вот как бы от такого рационального, разумного поведения в обществе просто невозможно, потому что вот эти нравственные нормы, они выработаны тысячелетиями и веками на основе выработки правильных подходов к вот этому формированию общества, его росту, его более правильной структуры. И они вложились уже в генетику, то есть веками, тысячелетиями это все вырабатывалось. Непосредственно вопросы формирования, то есть как формируется разум у животных, у человека, мы, конечно, сейчас останавливаться не будем, это очень серьезный вопрос, который требует значительного количества времени. И сейчас во время этого эфира практически невозможно. Для чего вот так вот позиционируются эти вопросы? Это нужно для того, чтобы человек сам мог оценить собственный разум и увидел эволюционный процесс именно человеческого разума. Его особенности, ограничения, потому что эти закономерности, они есть. Обратите внимание, природа, окружающий мир дает жизнь только в определенных экологических нишах. То есть жизнь только в определенных условиях может возникнуть. И не всякая зародившаяся жизнь может дать возможность существовать млекопитающим, к которым мы и относимся. То есть даже на кометах присутствуют уже определенные ДНК разных органических существ. Вот. Но, тем не менее, мы там существовать не можем. Кроме этого, то есть, по сути, есть естественные ограничения, которые для использования экологических ниш надо учитывать. Например, в условиях экологической ниши на нашей планете индивидуальное выживание даже одной семьи практически невозможно. Может, кто-то помнит семья Лыковых, которые попытались уйти там в тайгу, вот, и только силами как бы там нескольких мужчин и женщин там попытались выжить. У них ничего не получилось. То есть даже просто передать непосредственно дальше определенные, то есть детям и так далее, сформировать дальнейшее поколение просто невозможно, потому что для этого нужно знать законы, в том числе генетических мутаций при взаимоотношениях, там, например, в узком круге людей и в продолжение рода. Да? Вот. Поэтому это закономерности, это законы, которые нельзя перейти. Однако общество вот на такие законы, то, что, скажем так, общество, оно изначально сформировалось для того, чтобы выживать в экологических нишах, формировать новые ниши, подстраивать их, создавать искусственные экологические ниши. Вот. И это общество сейчас засорено определенными штампами, в том числе голливудскими. То есть, когда в момент катастроф люди думают лишь о себе, в общем-то, и во многом общество просто погибает. Вот. Опять очередная подмена. Вот. Но потому что количество катастроф иногда
как бы у нас периодически возрастает, там землетрясения там, и так далее. И люди не могут, как бы не зная, то есть если в обществе не сложилось определенные отношения, взаимоотношения, вот подход к катастрофам, каким-то ситуациям, вот, чрезвычайным, то это, если это не выработано обществом, если общество не сделало непосредственно определенные действия для этого, то это общество может пострадать. Теперь, если вы обратите внимание, то вот такой подход, достаточно низкий, к формированию общества, он даже, скажем так, он уже находится на уровне животных, которые все проблемы понять не могут, но тем не менее осознают необходимость самопожертвования. Одних ради существования коллектива, ради существования других. То есть можно уже определенную такую критерий эволюционного уровня вот этого общества дать. То есть это будет не в пользу общества. А в пользу общества, например, нашего общества, российского, можно показать пример, что, по крайней мере, у нас сформирована очень серьезная система МЧС. Система помощи, которая просто необходима при таких больших расстояниях, вот, при тех технологических достижениях, которые есть в России, которые способны во многом и в том числе какие-то атомные катастрофы ликвидировать. И вообще, как бы, помня подготовку в школе, могу сказать, что в принципе, наверное, только в ряде, то есть в нескольких странах была такая уровня подготовка, например, ну, к ядерной войне в том числе. То есть об этом руководство страны заботилось, об этом заботились люди, которые каждый на местах формировали вот эти, передавали вот эти знания по поведению в момент катастрофы и каких-то аварий. Таким образом, общество с высоким эволюционным уровнем вырабатывает свои внутренние механизмы веками. Однако эти эволюционные механизмы могут быть заблокированы, например, катастрофами и другими способами, в том числе через внедрение в общество паразитических программ. Вот вы все понимаете, что сейчас общество как бы находится в определенном процессе сплочения только по определенным каким-то вопросам, которые общество осознает. Но однако, люди могут смотреть в телевизор и даже не понимать, что принадлежат какой-то из земных цивилизаций, вот из земных типов цивилизаций, которые базируются на разном миропонимании вот на текущий момент. И уже разделившихся какой-то формой мировоззрения. Но они будут поддерживать внутри действия согласно этому мировоззрению, но не будут знать даже, как оно называется. То есть, вот такая ситуация. То есть, люди, например, поддержали бессмертный полк, то есть, своих предков. Это уже элемент родноверия. Чтить традиции, передавать из поколения в поколение, хранить память о предках. Поэтому тут можно сказать, что еще дополнительно получаются определенные критерии, но немножко я характеризовал состояние нашего текущего общества и понимание вопроса, связанного, что же такое цивилизационные критерии. Значит, общество, цивилизация выстраивает свое поведение именно на объективных условиях. И по сути понимание вот этих объективных условий, это есть критерий уровня эволюции, уровня развития общества. Степень готовности цивилизации осваивать экологическую нишу правильно определяет ее выживаемость. То есть это принципиальный вопрос, он всегда касается выживаемости общества. Ниша осваивается исключительно с помощью разума. И вот эта правильность освоения экологической ниши — это критерий разумности цивилизации. А что же тогда получается, когда возникают войны, как внутри какого-то общества, так и между цивилизацией? Они то начинаются одни, заканчиваются другие. Какая причина этих войн? Причина войн в господстве
в отдельных обществах паразитической идеологии, которые проводятся через проводников паразитической идеологии, олигархической системы и паразитические ниши, которые были искусственно внедрены в социальные ниши общества. И получается, что давайте вот посмотрим. Был вопрос в начале, а кому, в общем-то, необходимо, кому, кто получит пользу, например, от того, что Илон Маск сумел посадить платформу как бы ракетоносителя, первую ступень ракетоносителя. Кто от этого получит выгоду? От этого получит выгоду совсем, в общем-то, не общество, а те люди, которые определенным образом обосновывают, например, захват и обустройство экологической ниши на Луне и Марсе. То есть, опять же, люди, то есть не непосредственно общество получит эту пользу, а именно те люди, которые поставили определенные задачи такие. И вот здесь следует отметить, что ведь есть уже сообщение, что кто-то там собрался на Марс улетать, да, то есть раз здесь не получается новый миропорядок вести. В общем-то, если так задуматься, то откуда там деньги действительно на вот эти вот разработки? От этих же людей. И вот когда вот эти паразитические ниши уходят из общества, общество у нас расцветало и показывало просто шедевры творчества, и научно-технического в том числе. И вот это еще будет озвучено сегодня на примерах. И для чего вообще рассматривать всю эту цивилизацию? Вот казалось бы, на текущий момент люди заняты собой. И многие люди, кстати, занимаются саморазвитием. Но когда речь идет о развитии человека, то направление этого развития, оно эволюционное. То есть другого развития не бывает. То есть в противном случае ну, человек как бы, скажем так, он подходит эгоистически, потому что он в любом случае проживает в обществе, и эгоистически он подходит, потому что без общества он просто не выживет. То есть он пользуется плодами, паразитирует. Таким образом, вот необходимо для развития, для эволюционного развития, необходимо полное понимание окружающего мира, в том числе себя. Это и есть осознанное развитие. Ну, на текущий момент вот такой пробел в понимании существует. Ну, например, как такое занятие, там, значит, практики, значит, тонкие планы, медитация представляется чем-то отдельным от реального мира. То есть, как бы, не от мира сего, какая-то параллельная реальность, но это уже является мистификацией. То есть, вот такой подход является мистификацией. Мир, тем не менее, абсолютно реален и материален. И это все давно учитывали наши предки. Они, например, я не помню, приводил такой пример или нет, они запросто могли определить благоприятные места для строительства дома. То есть, где строить нельзя, где строить можно. Проводили очень простой, то есть они имели понимание, что вот эта доступная вот эта область территории, там все неоднородно. То есть в определенных местах есть выходы неблагоприятных материй, в других благоприятных. И что они делали? Они брали воз рыбы, благо рыба, это было вот, ну, сколько там, сотню с лишним лет назад, помещики так делали. Развозили рыбу в разные места в корзинах и смотрели, где рыба лучше всего сохраняется, свежая рыба. И в тех местах, то есть вот там как бы непосредственно строили свою усадьбу и так далее, продолжали род свой. В общем-то, уже эти представления есть. У нас, в нашем обществе, такие вот простейшие вещи просто забыты. И вот эта материальность мира должна вернуть многих, занимающихся саморазвитием, на Землю. Потому что мы все вместе находимся в одной экологической нише, в
которой не выживают одиночки. А это значит, что в обществе нет места эгоизму. И развитый мир, развитый, эволюционно развитый, это не тот, где эгоизм запрещен. Это мир, где все осознают, что такое эгоизм для общества, какие последствия он имеет. А если говорить про материальность мира, я думаю, про него надо сказать, потому что это такая притча, камень, философский камень такой, как бы, который ну, многие ищут, но якобы не могут найти. Так, в принципе, все уже найдено. Материальность окружающего мира, даже в той невидимой части электромагнитных волн, доказывается всего лишь одним фактом, что эти волны – это колебания, распространяющиеся в материальной упругой среде. А электромагнитные волны – это колебания, распространяющиеся в такой же среде, но эфире, про который очень много говорилось. Вот. И в принципе он доказан, что этот эфир существует. То есть есть исследования различные, там Майкельсон Морли, Дайтон Миллер, насколько я помню, может быть, вот. И таким образом все структуры человека и даже его мысли имеют материальную природу. И каждая мысль материальна. И то, что вы придумали, например, выдумали что-то, становится абсолютно материальным в тот же момент. Но этот объект присутствует в виде голографического образа в определенном месте вашей сущности. Об этом писал Николай Челивашов в книге «Сущности разума». Может быть, после этого все-таки в слушателях проснется интерес к тому, как они подходят к окружающему миру. То есть, каждое, непосредственно каждое действие, каждое действие человека на окружающий мир тут же накладывает отпечаток на него самого. То есть мир в тот же момент действует на него самого точно так же. И как можно думать, что в принципе без учета вот этих важнейших законов мироздания, которые и есть самореальность, упускать вот такие важные вопросы? То есть без постижения вот этих процессов путь развития человека невозможен. Как вы можете развивать свою сущность, когда вы не понимаете процессов его взаимодействия с окружающим миром? И это не зависит от желания человека. Это мир такой, окружающий. Развитие без осознания реальности просто невозможно. А то экстрасенсорное восприятие, которое является пределом мечтаний некоторых, это всего лишь фиксация реальности, которая происходит без осознания процесса. И человек, воспринимающий, он еще не может быть развитым, потому что он не осознает эту реальность. И нейронные связи человека могут расти только на настоящей реальной информации, соответствующей реальным процессам, происходящим в природе. И вот тут немножко пару слов хочу сказать про бога Калиду. Как раз да, был... но я предлагаю все-таки про бога Калиду начать говорить уже после музыкальной паузы, которая будет у нас состоять из очередной колядки, поскольку колядная неделя, она достаточно протяженная, и в эти дни принято ходить друг к другу в гости, поздравлять, желать всего самого доброго, разыгрывать различные мистерии. Вчера у нас, кстати, очень яркий был эфир по этому поводу, и много мы там послушали песенок, колядок. Ну, продолжим эту традицию, только уже не будем включать во время разговора, а будем включать вместо музыкальных пауз. Итак, включаю, а дальше продолжим разбирать тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Не захотела именно на это включаться Коляда у нас. В следующий раз тогда я включу обязательно. Ну что ж, да, давайте тогда я сейчас чуть-чуть еще скажу от себя, а ты про букву Коляду скажешь. Дело в том, что, друзья мои, у нас на 4 января 2016 года назначен День памяти Светланы Васильевны Жарниковой.
Напомню, что как раз в этот день будет 40 дней, как она ушла из нашего явного мира. И в связи с этим мы решили вот так вспомнить светлую ее память, этого замечательного человека, очень интересного, выдающегося ученого, на наш взгляд, который очень много сделал для всего славянского мира. И в связи с этим мы сделали автоответчик на одном из скайпов. В анонсе этот скайп указан. Вы можете оставить свои теплые слова, воспоминания, какие-то мысли, поделиться своими впечатлениями о ее работах и вообще об этом человеке. Для этого достаточно просто со своего скайпа позвонить на указанный в анонсе скайп. Он довольно простой, не надо там регистрироваться, ничего. Автоответчик вас встретит, и после сигнала вы сможете оставить свое сообщение. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом в течение всего дня 4 января 2016 года мы могли включать эти записи в нашу сетку вещания. Пожалуйста, не будьте в стороне. Не стоит думать, что если вы не были знакомы с Светланой Васильевной, то и не нужно этого делать. Потому что надо быть, мне кажется, человеком в любой ситуации. И любой человек, который понимает значимость сделанного другим человеком, он может об этой значимости что-либо сказать. Не надо волноваться, что вы никогда публично не выступали, что вы нигде не светились. Ничего страшного в этом нет. Просто-напросто позвоните и скажите добрые, теплые слова. И 4 января мы поставим это в эфир. Также напоминаю, что работает у нас чат, социальная сеть, первая славянская социальная сеть, форум, где вы можете прочитать много интересной информации. Также напомню, что у нас организован стол заказов, который выходит по пятницам, а стол заказов можно также через наш сайт войти, написать какое-то пожелание, кому-то привет передать, попросить поставить какую-либо песню. И если вы это успели сделать до четверга включительно, то в пятницу стол заказов будет выведен в эфир, и вы услышите поздравления, услышите любимую песню. Также напомню, что сейчас у нас сделан такой небольшой проект, называется он «Братья месяцы». Это программа о названиях, приметах и преданиях. И, кстати, те, кто слушает эту программу, те прекрасно могли вчера справиться с заданием, которое звучало в эфире. Напомню, что в эфире разыгрывалась книга Джаре с подписью автора. И если бы вы прослушали одну из последних программ, то в этом случае вы бы очень легко ответили на те вопросы, которые задавались в эфире. Но, насколько я понял по ответам, практически никто из тех, кто отвечал, с этой программой знакомы не были. Это несколько, конечно, меня разочаровывает, потому что трудимся для вас, пытаемся сделать этот мир лучше, пытаемся как-то знания разносторонние привносить в этот мир и берем для сравнения и народные приметы с христианским оттенком, которые уже внесены, и показываем ведические какие-то знания, и показываем и другие какие-то знания в этих программах. То есть пытаемся показать разносторонне то, как жили, живут наши люди, и какие приметы, названия, предания существуют. Так что не оставайтесь в стороне. Вот все, что я назвал, это все делается для всего нашего славянского мира. Давайте как-то будем друг другу помогать, будем продвигать полезное и делать этот мир лучше. Итак, Юрий, я передаю тебе микрофон. Ты хотел что-то к Лиде сказать. Давай, рассказывай. Да, как вот в это все, то, что, о чем я говорил, вот вписывается Бог Коляда. Вот вчера была передача, посвященная Коляде. Я как бы полностью не слушал, но так частично. Вписаться это может так, что человек смог перейти на другой эволюционный уровень, когда его сущность стала способна не просто осознавать себя после смерти, а не терять возможности и знаний после покидания физического тела. И здесь, рассуждая о Коляде, как это получилось, и как это наши боги смогли такое сделать, смогли выйти на такой эволюционный уровень, нельзя абсолютно упускать вот эти знания и представления о мире. То есть его качество. Необходимо иметь представление о процессах. И в первую очередь о процессе эволюционного роста человека. И то, что он с этим эволюционным ростом способен настолько
измениться, что стать человеком-творцом. Поэтому уровень развития цивилизации, то есть основная тема нашего, нашей встречи, нашего эфира, определяется знаниями, в которые входят и знания об обществе, включая его путь развития эволюционного развития человека, который вне общества вообще-то очень затруднен, только, наверное, высокие сущности, которые могут, воплотившись, как бы отдельно как-то возможно развиваться. Но общество, направленное на развитие человека и развитие всего общества, оно помогает, то есть оно было такое общество, оно помогало развитию каждого. Включает вот эти знания, включает то, что как человек появился на Земле, что такое человек, понимание причин вот этих конфликтов, войн, понимание паразитизма как неправильных действий. Ведь помните, написано, что первое, людей, что людей поражает, желание чужого. И вот здесь я уже как-то в эфирах обращал внимание на то, что как бы подход к развитию, то есть многие думают о развитии, но подход к развитию, он ограничен непониманием, непониманием окружающего мира, непониманием законов мироздания. В своих трудах Николай Левашов описал, он как бы не преподносил это, ну, возможно, в каком-то, в какой форме, в какой-то такой недоступной. Он совершенно простым языком рассказал о процессах. О процессах, которые происходят в сущности человека, памяти, мышлений, значит, эмоции, что такое, как происходят выбросы материи, как человеку относиться к этому. И эти вещи, то есть это реальные процессы, которые происходят с человеком, это все элементы сознания, которые можно осознать и, ну, как бы достаточно уверенно начать воспринимать окружающий мир. Но в этом нельзя, как бы вот в этом подходе, ну, то есть в этом процессе осознания нельзя блокировать ту реальную информацию. Ведь обратите внимание, опять же, критерии разумности действий. Вот в разных ситуациях более разумными будут одни действия, в других ситуациях другие действия. И вот эти процессы, которые происходят, как бы это тоже включает, то есть в обществе, в мире, это все включает законы мироздания. То есть если вы понимаете, что экологическая ниша даже у нас на планете, она, скажем так, подвержена определенным природным явлениям, там, катастрофам там, и так далее. Вы должны осознавать, что противодействовать этому можно только с помощью общества, то есть коллективно. А эта коллективность, она давно заложена в виде нравственности, в виде совести, в виде, значит, вот этих совместных действий, в виде взаимопомощи. И вот эти элементы, это общество просто давно сформировало уже. Просто нужно увидеть вот эти взаимосвязи и донести до людей. И, ну, например, вопрос, дождемся мы ли мы научно-технического прогресса, в конце концов, торжества в нашем обществе, ответить я могу так. То есть мы дождемся, но это будет совсем другой научно-технический прогресс. Не тот, который сейчас. Этот прогресс будет направлен не на каких-то отдельных личностей, которые паразитируют на обществе, а он будет направлен на все общество, и все общество будет понимать, для чего это было сделано, и пользоваться технологиями, которых достигает это общество. Технологии, которые вредят обществу, будут исключены из общества. И вот в продолжение. Задавались вопросом в момент подготовки конференции, как осветить вопрос, какой был уровень технологий. Ведь мы знаем, что
имеются артефакты различные, вот, еще нет представлений, как они сделаны. Но вот подойти к этому вопросу, то есть как-то оценить, на что способно наше общество, как бы по текущей ситуации, я думаю, тоже какая-то оценка будет проведена. А вот можно взять период, где, может быть, широкому кругу неизвестно, но имеются определенные источники, которые, то есть, в недавнем прошлом. Вот. И по этой информации, где больше информации, которая касается, ну, она может касаться, может, даже только научно-технического прогресса, но она может освещать состояние человека в момент, когда он, вот это вот общество дает ему возможность разносторонне подойти и дается свобода творчества. Я хотел бы передать слово Константину. Вот, я думаю, он как раз этого вопроса коснется в своем выступлении. Хорошо, раз хотел, давай передадим. Константин, пожалуйста, поздоровайся с нашими радиослушателями и вступай в наш диалог. Ну тогда здравия, дорогие радиослушатели. Я хотел бы для начала напомнить то, о чем мы говорили в прошлых передачах, посвященными как славяно-арийским ведам, так и истории славян и русов в частности. Там мы с научным подходом доказали, что славяно-арии прошли с северной территории Руси, или, как еще ее называли вплоть до 18 века, Тартарии, да, через всю Европу и, двигаясь на юг, осели по берегам Средиземного моря от Испании до Ближнего Востока и от Северной Африки до Греции и Апеннин. И славяно-арии, двигавшиеся через Сибирь, также дошли до южной оконечности Азии и, подняв на новый уровень знаний и культуры, как нынешнюю Индию, Иран, Ирак, также их следы есть в Китае, помните, мы рассматривали, да, там племена динлинов и так далее. В Японии это белый народ айнов, в Северной Америке это белые боги индейцев, надписи на камнях славянскими рунами. И везде вот они оставляли себе память в виде археологических построек с арийскими письменами и символами, в виде развитого языка, письменности, религии, ну и прочими элементами высокой культуры. И двигаясь на юг, они встречались с другими народами, естественно, и, будучи более высокоразвитыми, оказывали на них сильное культурное влияние. При этом частично смешивались, и так образовывались новые этносы. Также мы на предыдущих передачах немного говорили об уровне развития цивилизации на примере, например, древнего славянского календаря. Ну, напомню, что он основан на 16-ричной системе исчисления, да, уже это говорит об уровне. Образует продолжительные промежутки времени, которые называются сварожи и круги, в каждом из которых Солнце проходит последовательно все зодиакальные чертоги, да, или созвездия, 16 их. И проходит сварожи круг за 180 кругов жизни. То есть, и это составляет сутки сварога. А 180 кругов жизни, напомню, это один круг жизни равен 144 летам и равен 2920, по-моему, лет. А это, в свою очередь, есть не что иное, как время круга прецессионного движения земной оси. Вот как. Так вот, один этот календарь, да, в принципе, показывает уровень, во-первых, прежде всего, периодов, да, которыми предки пользовались, славянские. Еще маленькая деталь в доказательство существования высокой культуры и знаний. Такая величина, как дальняя даль, например. Да? Этим мерилом древние славяне пользовались, а величина эта составляет ни много ни мало, там, по-моему, около 1,4 световых года. И очевидно, что такие единицы нужны были для описания расстояний межзвездных систем. Вот. Также, если взять самую малую единицу измерения, да, сик, то есть эта величина равна примерно, ну, очень маленькая, там, 1/300 миллиардной доли секунды, по-моему. И таким образом выражение «сигануть», да, или «сигать»,
То есть в современном языке можно перевести как телепортировать или телепортироваться, да? Так вот, задайте себе, пожалуйста, вопрос, зачем древним славянам столь малая величина измерения? А ответы можно найти в древних сказах. И древние сказы подсказывают, зачем, что звездные перемещения требовали таких величин. И, ну, как, например, академик Николай Викторович Левашов, да, подробно проанализировал один из сказов, сказ о Ясном Соколе, и где своим анализом доказал звездное прошлое у славян. То есть тоже это как показатель уровня развития цивилизации. Так вот, я думаю, что ни для кого не секрет, что Запад издавна относился с презрением к варварской, да, как ее там называют, России. И попытки побороть русских силой, экономически и духовно, не прекращались в принципе никогда. Время от времени менялась только форма, и не прекращаются они и сегодня. Например, в мире уже, ну, довольно-таки агрессивно уже навязывается такое вранье, что Вторую мировую войну якобы выиграли англосаксы и их союзники русские, да, так как бы принимали участие, не более того. Ну, есть там отчеты, спрашивали у американских школьников, да, кто выиграл Вторую мировую войну, и практически все они отвечали, что выиграл США. И думаю, что даже если, например, молдавского школьника спросить, на чьей стороне воевала его родина, то думаю, что он засомневается. А если польского спросить ребенка, то, скорее всего, он скажет о том, что Сталин и Гитлер – это два диктатора, которые просто делили между собой его родину Польшу. Вот. И часто можно слышать клевету, что русский народ ни на что не способен. Ну, в том числе об этом кричат из экранов телевизоров, да, в популярных передачах. При этом не стесняются там Гордоны, Познеры. Просто клевещут о варварстве и отсталости русов. Ну и эту клевету, кстати, охотно поддерживает пятая колонна и прочие русофобы. Хотя я думаю, что большинство из них, конечно, не совсем русские, но это факт. И создается мнение, что все достижения науки и техники рождаются только на Западе. И при этом целенаправленно умалчивается роль России в этих областях человеческой деятельности. Так вот, я сегодня хочу поговорить о русском первенстве. Как раз для того, чтобы развеять этот миф. Потому что русским, в принципе, есть чем гордиться. Тем более, что во многих областях науки и техники их первенство просто неоспоримо. Хорошо. Так вот, смотрим это... на часики, у нас 10 минут до перерывчика, так что смотрим 10 минут, а потом прерываемся. Ну, добро. Так вот, это западная пропаганда и заставляет многих смириться. Вот, мол, духовность, совестливость, да, в этом русским нет равных. А, например, там качественные автомобили пускай немцы или японцы делают, потому что нашим это не под силу. Так вот, я считаю, что вот именно это навязанное Западом мнение есть не что иное, как непонимание вот той загадочной русской души, воспетой поэтами. Ведь именно широкое мировоззрение, впитанное, как говорится, с молоком матери, и кажется западным людям как что-то такое не от мира сего. Хотя, в принципе, это абсолютно нормально, когда люди стремятся охватить и понять максимально широкий спектр знаний, так и затем внедрить их в жизнь своего народа. И именно неиспорченное позже теми же западниками чисто русское мировоззрение и способствовало первенству именно русской культуры в мире. И еще хочу сделать одно замечание о русской душе. Исследовав исторические аспекты, я пришел к мнению, что вот для такой русской души характерно особое отношение человека к обществу, так и общества к человеку. Вот этот светлый отголосок такого отношения смог немного воплотиться в лучшие годы коммунистического периода Руси. Вспомните фильмы, да, этого периода, где общество было, в принципе, для людей. А люди были творцами хоть в какой-то степени, но они имели возможность творить. И главное, возможность эта была для всех одинакова. Вспомните, почему было такое отношение к лиховым автомобилям, богатству, прочим излишествам. Не потому, что этого не было в принципе, а потому что именно, я так думаю, что именно в этот период проснулась именно вот эта часть русской генетики. То есть та часть, которая была у русов и русского общества задолго до христианства. Ну, за период, я думаю, там
более 40 тысяч лет даже. Именно вот так, без излишнего собственничества, когда у людей преобладают такие качества, как праведность, как способность к размышлению и исследованию, честность, в конце концов. Ну, собственно говоря, я думаю, и жили предки русов. Почему это не голословно? Ну, прежде всего, это четко проявляется в археологических раскопках, таких как раскопки в Сунгире, в Аркаиме. Учеными четко доказано, и ими не обнаружено разделение общества на богатых, бедных, как по жилищам, так и по утвари, орудия производства. Дифференциация была обнаружена только по ремеслу и занятию. Вот показатель, да, один. И также проявляется в отношении общества к людям и людей к обществу. Об этом можно узнать из тех же вет славян Верковича, из Велесовой книги, из славяно-арийских вет, наконец. Вот. И сейчас в науке мы как минимум наравне с другими передовыми державами. Но у русских ученых есть одно характерное отличие от западных. Они склонны обобщать свои знания и умения, и при этом изучать науки не по отдельности, а в комплексе. Ну, как один из самых ярких примеров, да, наверное, это Михаил Ломоносов. Этот человек был очень разносторонним ученым, опередил свое время во многих науках. Но также, например, есть множество русских ученых, которые были такими же специалистами широчайшего профиля. Ну, как пример, вот на ум падает Дмитрий Иванович Менделеев, да. Он внес ведь свой вклад не только в химию, но и в физику, в метрологию, в воздухоплавание. Он создал управляемый аэростат и стратостат. В метеорологию, да, при помощи вот своих стратостатов большой вклад внес в метеорологию науку, в сельское хозяйство, в экономику, в народное просвещение, да многим там тесно связанных с потребностями развития производственных сил в России. Он заложил основы теории растворов, предложил способ фракционного разделения нефти, изобрел очень хороший вид бездымного пороха, написал большой труд об использовании минеральных удобрений и был инициатором орошения засушливых земель. Ну, то есть настолько широкий спектр, а мы знаем его по периодической таблице, которая, кстати, была совсем не такой, да, которую мы можем наблюдать сейчас, да, по водке. Вот и опять вам искажение фактов. Итак, почти все известные русские ученые-изобретатели обладали обширнейшими знаниями во многих отраслях науки и техники. А в Европе же в основном всегда наука была очень узкопрофильной. И в университетах все дисциплины изучались отдельно и независимо друг от друга на разных факультетах, и даже не пересекались. И отрицалась любая взаимосвязь в природе. Ну, пожалуй, исключением здесь можно назвать только Леонардо да Винчи, да? И то в течение всей жизни ему пришлось сталкиваться постоянно с непониманием, осуждением и гонениями. Ну, что, впрочем, характерно, да, и у русских разносторонних ученых-изобретателей. И только лишь в 20 веке при взрывном ускорении научно-технического прогресса, который, кстати, я считаю, что в основном создан русскими, европейцы начали понимать, что науки, в принципе, неразрывно связаны между собой. И что все в мире есть лишь часть целого. И поэтому я так думаю, что в этом смысле русские опережают Европу лет так на 100. И чтобы не быть голословным, вот, например, факт такой я приведу сейчас. Русскими первыми осветили улицы электричеством, как бы то ни было, в царском селе, да. Первыми построили нефтеперегонный завод в 1746 году за 100 лет до первого завода в США в городе Моздок, тогда еще Ставропольский, по-моему, край. Крепостные розмыслы освоили первый в мире перегонный ректификатор и сумели превратить в товар кавказскую нефть. Первыми, в конце концов, полетели в космос, да. Я вот назвал такое вроде бы странное сейчас слово «розмыслы». А ведь именно так, а не заморским словом «инженер», на Руси называли издавна строителей городов, ну и прочих там мостов, плотин, литейщиков, изобретателей, в общем, всех тех, кого сегодня мы бы назвали инженерами.
И вот одно только это характерное слово «розмысл» показывает, какие требования предъявлялись на Руси к инженерным работникам. И те качества, которых ожидали от него непосредственные исполнители его заказа. Да? Мастера, техники, каменщики, кузнецы, землекопы и так далее. Так вот, розмысл обязан был размыслить задачу со всех сторон, опираясь не только на собственный опыт, но и на весь опыт, накопленный его предшественниками. Но также он должен был опираться на свой ум, изобретательность и, я думаю, особенно на мечту, на фантазию. Ибо без мечты и фантазии не получится просто изобрести или внедрить что-нибудь стоящее. Вот. Поехали дальше. В 1831 году, еще за 70 лет до Нобеля, русским промышленником Павлом Демидовым была учреждена своя Демидовская премия. Мало, я думаю, кто знает об этом. И премия была очень немаленькая, 5000 рублей. В современном эквиваленте это более 3 миллионов рублей. Так вот, она была учреждена для ученых, желая содействовать преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем отечестве. Вот за что она давалась. Так вот, российские ученые получали демидовские премии за достижения в области географии, истории, экономики, филологии, астрономии, химии, и многих других наук вплоть до 1865 года. Потому что по завещанию Демидова его премию выдавали еще 25 лет после его смерти. Так вот, за 34 года было вручено 55 полных премий по 5000 рублей и 220 половинных премий, соответственно, по 2500 рублей. Что также свидетельствует о том, что в отличие от Запада, научная и изобретательская мысль на Руси была, в принципе, на очень высоком уровне. Вот что там уже время паузы музыкальной, да? Еще можно минуточку поговорить, потом включим музыкальную паузу. Или хочешь, я реплику какую-нибудь запущу от себя. Давай тогда я реплику запущу. Вот ты упомянул про Менделеева, и раз у нас есть возможность его вспомнить добрым словом, то в этом случае я не пройду мимо. Дело в том, что сейчас существует такой миф, якобы Менделеев придумал водку, и этим пользуются различные дельцы, которые отраву эту запускают в народ. А ведь на самом деле надо понять, что когда водка уже продавалась в России, Менделееву было около 9 лет. То есть Менделеев никак русскую водку выдумать не мог. И тем более такого понятия русской водки тоже не существовало. Существовал стандарт, который часто нарушался. И вот когда Менделеев уже был в возрасте зрелом, то он защитил в 1865 году докторскую диссертацию на тему рассуждения о соединении спирта с водой. Про русскую водку и вообще про водку нет в этой диссертации ни слова. Она просто посвящена свойствам смеси спирта и воды. То есть в какой пропорции, причем в весе, а не в объеме, необходимо делать так, чтобы стандарт, который государством был выпущен, соблюдался, и не более того. И вот эти все досужие разглагольствования по поводу, что Менделеев – это изобретатель русской водки, это глупости и гадости, которые усиленно пытаются наши недруги распространять. Ведь известно, что даже самый отсталый человек всегда клюет на то, что ему преподносится с точки зрения науки. Например, известны такие интересные моменты, и я лично их читал, что якобы ученые, как правило, это английские ученые, проведя исследования, пришли к выводу, что женщине для того, чтобы она была в хорошем состоянии, для того, чтобы у нее была хорошая кожа и так далее и тому подобное, необходимо в день выпивать, и дальше такая интересная цифра, по одному бокалу хорошего шампанского. То есть вот таким образом превращать в алкоголичку. Но это подается с точки зрения науки. Опять же, с точки зрения науки говорится о том, что кормящая мать для того, чтобы ребеночек был здоровый, должна в день выпивать 500 миллилитров пива. И это тоже было, и по телевизору это неоднократно показывали. Так вот, к чему я это говорю. Дело в том, что когда невежественному человеку говорят с точки зрения наук даже самую бредовую вообще вещь,
но говорят, что вот ученые, то он в это свято верит и начинает со своими собутыльниками это обсуждать и говорит, ну вот видите, ведь Менделеев-то он же не дурак был, он же знал, что выпускать, главное, чтобы это все было правильно, под хорошую закусочку и так далее. А то, что Менделеев поддерживал трезвый образ жизни и в крайних случаях, когда там где-то приходилось вообще бывать на каких-то праздниках, он мог себе позволить для того, чтобы на него, как на белую ворону смотрели, самое-самое-самое сухое, то есть почти компот, там вино какое-то, налить в фужер и с ним постоять. Об этом никто не говорит, что он вел практически трезвый образ жизни. И потом уже он пришел к выводу, что вообще только трезвость, она свозет Россию, а водка, она только для бюджета полезна. Это его слова. Вот об этом не говорят, а с точки зрения науки нам пытаются втюхать что угодно. Так что русских великих людей превращают в русских баранов, которые верят во всякую чушь и ведутся на это, и сами себя уничтожают. Вот на этой праздничной ноте мы переходим к музыкальной паузе. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей, 25 декабря 2015 года, пятница, продолжается наскорядочная неделя. 14-й день месяца белого сияния, покоя и мира, 7524-го лета, вторник, по одному из древних календарей. Уровень развития цивилизации – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Юрий Алексеевич Тяжлов и Дарманчук Константин Александрович. И вот я предлагаю после нашей такой яркой музыкальной паузы Константину продолжить свой рассказ очень интересный. А также напомню еще раз, что к 4 января мы готовим на 40-дневник ухода Светланы Васильевны Жарниковой из «Явного мира» целую серию передач. Это будет посвящена вся сетка вещания, ее высказываниям. И также я предлагаю подключиться всем нашим радиослушателям и оставить свои теплые пожелания, воспоминания, какие-то мысли об этом светлом, хорошем человеке, который так много сделал для всего славянского мира. Напомню, одна из первых, кто сумела защитить диссертацию на запретную до этого тему, где в открытую говорилось о том, кто такие славяне, кто такие русы, кто такие арии, и что благодаря им многие цивилизации получили свое развитие. И это был, конечно, переворот в науке, поскольку до этого никому высунуться не давали. А вот ей первой удалось сделать такой серьезный прорыв. Так что заходите на наш сайт, ищите анонсы слова. Там есть анонс, посвященный этому дню. И там указан Skype, автоответчик, на который бесплатно вы можете со своего Skype позвонить и сказать любые добрые слова в адрес этой замечательной женщине. Вот. Так что не стойте в стороне, не думайте, что от вас ничего не зависит. От вас зависит многое. Как в явном мире, так и в навном мире. Пожалуйста, Константин, продолжай. Так вот, мы остановились на Демидовской премии. К сожалению, в свое время Петр I ввел на Руси пагубную традицию преклонение перед Западом, ибо вот этот вот бесперспективный импорт западных технологий и приглашение иностранных специалистов на ключевые позиции в науке и в индустриальном производстве в это время сильно осложнило жизнь русским настоящим изобретателям-самородкам. Ну, это Ломоносов, Кулибин, Черепанов, Попов, Можайский, Жуковский. Это имена русских инженеров, разработки которых имеют абсолютный приоритет в мире. Но, к сожалению, тяжело очень получал признание на родине, где главенствовали иностранцы. И лишь только в XIX веке русский научный мир
перевернул своими открытиями засилие иностранцев в науке. Но, к сожалению, они остались в основном в бюрократическо-управленческом аппарате в научном мире. И тоже сильно тормозили продвижение идей и разработки русских розмыслов. Розмыслов, да, вот если подумать еще раз. То есть розмысл, размысл, да. Человек должен мыслить по-светлому. То есть все его действия, которые приводят в результате его мысли, должны оставлять свет. Должны идти по светлому пути развития. Вот какие были у нас инженеры. Одно название заставляло себя действовать именно так. И если посмотреть на Нобелевских лауреатов, то мы увидим, что одним из первых были никто иной, как русские ученые Иван Петрович Павлов и Илья Ильич Мечников. И получение ими премий продемонстрировало, в принципе, высочайший потенциал, достигнутый русской естественной наукой в начале 20 века. Потому что открытия Павлова и Мечникова носили революционный характер и давали ответы на те вопросы, которые издавна волновали человечество. О причинах здоровья и болезней человека, ну, о многих других физиологических вопросах. И ответить на эти вопросы стало реальным только в результате высокого уровня эксперимента, достигнутого в конце 19 века. Хочу отметить очень интересные особенности русской инженерной школы. Прежде всего, я хочу отметить, что русская, в том числе и советская инженерная школа, сформировалась под влиянием очень специфических факторов, которые имели место в России. Сейчас я их скажу. Это первая простота конструкции изделий. Этот параметр вызван резким разрывом, я считаю, резким разрывом уровня развития технической интеллигенции в России. И основной массы населения страны, то есть пользователей мировых вот этих научно-технических достижений. Второе, это ремонтно-пригодность. Так как традиционные, ну, в России страна очень широкая, и традиционные для российской глубинки проблемы с техническим обслуживанием, ремонтом техники требовали просто закладки вот этого фактора ремонтопригодности в конструкцию изначально на стадии еще ее разработки. Далее, эксплуатационная надежность. То есть не ресурс, а именно, подчеркиваю, способность техники работать в самых экстремальных условиях. В грязи, в жару, в песке, без регламентного обслуживания, да, без соответствующих там материалов смазочных и запчастей. И это делало продукцию русской инженерной школы практически неубиваемой в самых неподготовленных руках и в чрезвычайных ситуациях. И это не фарс, я говорю, это реальные факты. Вот давайте посмотрим автомобиль ГАЗ-66, да, легенда советского автопрома. Так вот, по признанию Top Gear, этот автомобиль до сих пор признан как самый надежный автомобиль в мире. Далее, что можно сказать? Автомат Калашникова. Думаю, комментарий здесь просто излишний, да? Самолет Ту-154. Это единственный пассажирский самолет такого класса, который может сесть на одном двигателе из трех. А также до сих пор, несмотря на то, что он снят с производства довольно-таки давно, признается как самый надежный пассажирский самолет. Да, он не проходит по многим современным параметрам, там шумность, экологичность, расход топлива и так далее. Но факт есть факт. Юрий упоминал космический челнок «Буран». То есть, несмотря на приказ скопировать американский шаттл, советские розмыслы изобрели свой собственный «Буран». Он технически принципиально отличался от американского шаттла, несмотря на внешнее сходство. Да и сами российские союзы и сейчас, в принципе, являются одними из самых надежных кораблей для доставки космонавтов на орбиту. Да и сами американцы до сих пор не могут отказаться от применения наших космических двигателей, да, на своих кораблях. Ну, много вот примеров таких эксплуатационной надежности. Далее, следующий пункт – это технологичность изготовления, которая доходит практически до примитивизма. Так как вечная для России ограниченность ресурсов, в том числе доступных материалов в разных концах и производственных мощностей,
заставляет разработчиков принимать просто удивительные по своей простоте и вместе с тем очень эффективные технические решения, которые в других инженерных школах, да, где как бы такие райские условия, просто недостижимы. И вот именно, считаю, поэтому наша техника плохо приживается в так называемых цивилизованных странах, но не имеет себе равных ни в песках Африки, ни в джунглях Южной Америки. И недаром, когда я учился в институте, вот в свое время, в 90-х годах, нам по сопромату преподаватель говорил: сложный дурак сделает, ты сделай просто. Он был уже довольно-таки старенький, там за 70 лет ему было. Но вот мне до сих пор врезано в голову вот это его выражение, что сложно сделай, ты дурак, а ты сделай просто. Вот это тоже пример настоящего русского розмысла. Так вот, что еще хочу отметить, что на Западе русские инженеры зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. И главным образом за счет своей особой ментальности, я думаю. Так как там, где европеец стремится к точности, китаец стремится к детализации, а русский просто добивается того, чтобы система работала и работала любым способом. И опять-таки это я говорю не голословно, а это говорю из своего опыта, работая на машиностроительных заводах нашей родины. И там, где европеец склоняется к компромиссу и к золотой середине, человек именно русской культуры стремится к широте и выходу из проблемы для решения проблемы технической. И если надо решить задачу, то наши розмыслы не избегают грубых решений, потому что они уверены, что детали будут осмыслены позже и доделаны потом, если потребуется. И в результате российская широта вот эта вот позволяет соединить все и вся. То есть находить новые нетривиальные решения и принципы на любом уровне и в любом месте. И вот это вот именно совершенно не похоже на подход немца, китайца, американца там или японца. И если взглянуть на особенности процесса познания в России и на Западе, то несмотря на формальную одинаковость инженерных процессов, можно выявить следующие существенные, я считаю, различия. Так как инженеры на Западе до сих пор в основном хорошие, но очень узкие специалисты. У них нет целостного мировоззрения. И поэтому их метод разработок, в принципе, очень затратен. Так как необходимо использовать потенциал ни одного, ни двух, ни трех, а большого количества инженеров, причем разных профилей, чтобы создать какое-либо целостное творение. Да, в принципе, и сами западные инженеры признаются, что они не способны на крупные предвидения по своему менталитету, по своему образованию. Они должны отработать все кирпичики реальности и только лишь потом идти дальше. И более того скажу, они стремятся не допускать, ни в коем случае не допустить резких прорывов, и если, ну, если не будет от них немедленной отдачи в виде прибыли. Вот такая вот природа просто у них, воспитание такое. Зато в период холодной войны и полной изоляции железным занавесом от всех западных технологий русскими розмыслами были достигнуты наибольшие успехи. И именно высочайший уровень вот этой вот русской советской инженерной школы и позволил создать уникальную, да хотя бы военную технику, которая даже сейчас, через сколько там, почти 30 лет, да, или больше после своих разработок, является, в принципе, вполне конкурентоспособной. Это все произошло потому, что мы пошли своим путем. То есть не оглядывались на Запад в полном понимании этого слова. И только благодаря этому я считаю, что мы сейчас имеем еще современные высокотехнологические производства. Зато сейчас, после вот этой вот западной экспансии, после перестроечного периода, и при увеличении квалифицированной рабочей силы нашей, российской, очень выгодно для Запада. Ну, ни для кого не секрет, что США на привлечении одного ученого из-за рубежа экономит, в принципе, немалые средства для государства. Потому что этого ученого нужно родить, прежде всего,
воспитать, выучить, набрать опытом. Ну, я думаю, что все это понимают. И вот некоторые исследователи связывают небывалый подъем американской экономики эпохи Клинтона как раз-таки с массовым приездом русских ученых, ну и вообще интеллектуалов из бывшего СССР. И эти цифры показывают, что в принципе переманивать умы это выгодно, а отдавать их ну никак не выгодно. Ну, я знаю некоторых уехавших, да, и в основном основная масса думает, что они уезжают на год, на два, на три, но потом они там оказываются в такой среде и с такими возможностями работы, что понимают, что вернуться в Россию придется как бы опять бросить все и опять начать жизнь заново. Хотя многие мечтают и вернуться. Вот. И, к сожалению, вот именно вот этот послеперестроечный период у нас в России почти полностью была разрушена вот эта вот инженерная прослойка. Часть уехала на Запад, часть просто-напросто подалась в торгаши. Это, конечно, печальный очень опыт. Ведь это именно тот интеллектуальный потенциал, который и двигает вперед как науку, так, в принципе, и экономику страны. Ну, правда, в последнее время, в принципе, невооруженным взглядом видны шаги по возврату так называемых мозгов, да. Но и очень, я сказал бы, отметить хорошие и правильные шаги в подготовке одаренных детей. И этому дали, начали отдавать должное, создавать специализированные школы, которые находятся на полном государственном обеспечении, где детей именно готовят как будущих розмыслов России. Я, ну, шапочно немножко, но знаком с одним преподавателем из Сочи, да, где вот такая школа и создана. Ну, вот слышал от него очень хвалебные отзывы, как в системе там образования, то есть там совсем принципиальные подходы, не такие, как в общеобразовательных школах. Это дает мне, по крайней мере, надежду. Программа инновационного развития страны, которая была обнародована в послании президента, я считаю, что это то, чего так, в принципе, долго ждали наши русские розмыслы. Это в первую очередь значит только одно, что они станут опять востребованы, они станут опять нужны стране. И инновационный путь развития – это, в принципе, революционный поворот в развитии всей страны. А такие процедуры без мобилизации и концентрации ресурсов просто невозможно. Также невозможно вот реализовать вот этот потенциал ресурсов без четкого плана. И даже не плана, а государственного плана. То есть реализация которого закреплена именно законодательством на законодательном уровне. И результаты уже этого есть. Прежде всего, результаты эти начались с военного производства. Я думаю, что вы все, радиослушатели, невооруженным взглядом увидите, на какой новый уровень вышла наша военная промышленность за последние там буквально 5 лет. Загрузились заказами основная масса военных предприятий, открылись новые. И причем загрузились не старыми разработками, а совершенно новыми разработками, на совершенно новых принципиальных уровнях. Так еще, как примеры приведу, 12 лет назад у нас не было своих беспилотных летательных аппаратов, так называемых БЛА. У нас был Ту-100, не помню, как он назывался, который сняли с производства еще в 80-х годах. Зато сегодня уже не разрабатываются, а внедряются и применяются полностью российские беспилотные летательные аппараты легкого, среднего и тяжелого класса. С дальностью тяжелого класса, с дальностью до 4000 километров. Ну, что еще совсем недавно было только мечтами, да, для российских военных. А это, в принципе, высокие технологии. Как в сфере электронного управления, ну, так и в производственном плане. На вооружение в последнее время встали новейшие комплексы, как для обороны, так и для слежения и предупреждения нападения. Россия вдруг стала одной из очень немногих стран мира, которая может похвастаться разработками современных процессоров собственной разработки. Это
я считаю, очень большое достижение, так как микропроцессоры – это стратегически важный продукт, если считать военные и космические варианты процессоров. И такие процессоры просто так нельзя купить свободно на рынке. И это не единичная продукция. Сразу несколько предприятий стало выпускать процессоры новых технологий. Это и известный разрекламированный Байкал, да, и менее известные Elvis Neotech и Milander. Да, еще забыл сказать, для системы ГЛОНАСС также был разработан и внедрен российский процессор Geos 3, который работает в сфере позиционирования ГЛОНАСС. Вот. Еще один прорыв в технологической и инженерной отрасли – это создание авиационного двигателя ПД-14М нового поколения. Этот двигатель полностью основан на российских технологиях. ПД-14М – это детище, в принципе, российских конструкторов и инженеров. Уникальность этого проекта также в том, что разработкой двигателя занималось не одно конструкторское бюро, как это делается обычно, а кооперация всех предприятий, которые входят в объединенную двигательную корпорацию. А это ни много ни мало, а скооперировать необходимо и согласовать разработку более 12 предприятий, находящихся в разных странах, в разных концах страны. Для его производства пришлось внедрить новые шестикоординатные высокопрецизионные станки. На эти станки на Западе применены санкции. И здесь тоже русским розмыслам пришлось, как говорится, проявить свои умения и внедрить новые технологии также в материаловедение, в математическое моделирование, в САПРИ. Так как здесь использовались, в этом двигателе использовались сплавы для лопаток турбин абсолютно нового поколения. Применен безредукторный привод турбины. Разделены потоки наружных и внутренних контуров турбины. Что выводит самолет МС-21, да, с этим, на котором будет ставиться этот двигатель, прежде всего, Россию впереди двух крупнейших гигантов авиастроителей. Это американский Boeing и европейский Airbus. На этот рынок, в принципе, кроме этих двух производителей, не пускали никого. А Россия просто не делает конкурента американским и европейским авиадвигателям. Она просто создала новый двигатель. И причем этот двигатель будет иметь уровень шума на местности и уровень эмиссии в атмосферу вредных веществ такую, что серьезно говорить о модернизации под меняющимся требованиям ИКАО, это Международная организация гражданской авиации, по вот этим вот параметрам, по крайней мере, еще много, как говорят разработчики, порядка 10-15 лет не потребуется модернизация, как сейчас идет изменение в экологических требованиях. Еще одна технология, которая опробована совсем недавно. По каналам информсайтов, вот совсем недавно, буквально на днях, прошла такая незаметная новость об успешной военной операции в Сирии, проведенной русскими боевыми роботами. Это вообще, я считаю, можно считать прорывом. Представьте, вот поле действий, да, военное. Боевые бронированные колесные роботы вышли на позиции игиловских боевиков, одновременно разминируя подходы к ним, вызвали огонь на себя. Система слежения обнаружила огневые точки, и автоматически эти точки поразились ракетной системой автоматического уничтожения. И все это управлялось под командованием новейшей российской системой управления Андромеда-D, которую недавно, по-моему, в августе предоставили президенту. И, кстати, вот этих же бронированных колесных роботов показывали ему. Ну, я думаю, кто помнит, да? Так вот, самое что интересно, что по западным каналам этой информации вообще я не нашел. А по нашим она прошла как-то так вскользь стороной. А я считаю, что это просто революция в бескровном подавлении противника. Вот, значит, что еще? В 2016 году в России построится и сдастся в эксплуатацию совершенно новая технология. Это тоже как бы прорыв, гигантский просто прорыв.
первая в мире плавучая атомная станция, так называемая ПАТЭС. Хотя атомная станция я не считаю лично я это прорывом, но сама технология в принципе прорывная. И потому что вот такая вот атомная баржа, да, назовем ее так, может давать не только свет и тепло, но и чистую пресную воду, не отравленную, не зараженную радиацией. И сооружением ПАТЭС занимается Северодвинский завод «Севмаш». На этом предприятии создается абсолютно новый типовой, причем энергоблок для вот таких станций ПАТЭС, поскольку в них заинтересованы не только в нашей стране, хотя в нашей стране прежде всего, потому что много очень удаленных районов, требующих электроэнергии. Да не только электроэнергии, но и где есть недостаток и топлива, и пресной воды. Так как, по сути, с собой ПАТЭС – это самоходная баржа длиной порядка там больше 140 метров и шириной порядка 30 метров. И так вот, одна такая станция может осветить город с населением около 200 тысяч человек. И не только осветить, но и обогреть, и еще дать пресную воду. Так, дальше. В 2008 году российскими учеными была разработана новая уникальная электробатарейка, работающая, ну, как она называлась, от энергии звезд. Ее разработали в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, подмосковной. Так вот, вот эта вот батарейка не имеет аналога в мире. Она способна работать не только от солнечного света, но и способна работать круглосуточно при минимальных затратах. Было разработано новое абсолютно вещество, гетероэлектрик, благодаря которому можно черпать энергию на Земле не только от Солнца, но и от звезд, независимо от погодных условий, одинаково эффективно как в темноте, так и в облачное время суток. То есть собирать энергию со всех источников излучения в широком диапазоне. При этом себестоимость вот этого вот гетероэлектрического фотоэлемента ниже, чем себестоимость обычного фотоэлемента, обычной солнечной батареи. И поэтому себестоимость должна быть значительно ниже. Об этой звездной батарее даже была передача на Первом канале. И я считаю, что это тоже действительно прорыв в альтернативных источниках электроэнергии. О русском первенстве в медицине. Сотрудниками Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений и гематологии в 2006 году создан новый, не имеющий аналога в мире, кровезаменитель, который позже получил название Геленпол. И уже он внедрен уже, и уже получает широкое клиническое применение. Так вот, вот этот Геленпол можно вводить людям любой группы крови, без предварительных проб на совместимость. И кроме того, он стимулирует в организме создание собственных эритроцитов. И вот этот новый кровезаменитель естественным образом распадается и утилизируется организмом, как утверждают исследователи, без вреда для него. И аналога в мире нет. Есть разработки подобного, израильские, американские, но они еще далеки от российского изобретения. Так вот, я привел лишь небольшую, маленькую толику примеров лидерства современных российских ученых, да, изобретателей, да и вообще производственников. Я смотрю, сейчас музыкальная пауза, время, да? Давайте сейчас музыкальная пауза, потом продолжим. Да, у нас музыкальная пауза на подходе. Давайте мы сейчас прервемся и потом продолжим обсуждать столь интересную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 25 декабря на дворе 2015 года, пятница по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 14 день месяца белого сияния покоя мира, 7524 лето, вторник. Уровень развития цивилизации. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Юрий Алексеевич Тяжлов и Драманчук Константин Александрович. Я сейчас прочту фразу из нашего чата.
Гриф пишет, красиво, акапеллит, только опять по-христиански. Дело в том, что если мы прекрасно понимаем, кто такой Коляда, то на самом деле это и есть Сын Божий. И достаточно было просто чуть-чуть подменить понятие для того, чтобы наши братья воспринимали рождение Коляды как рождение Иисуса. Или, как говорили, рождение Христа. А до этого еще пели рождение Хорса. То есть Хорс, Христос, там подмены очень простые были. Несложно подменить там несколько букв для того, чтобы было изменение в имени. Вот, так что, поскольку Коляда один из спасителей, то в этом случае Христос тоже означает слово перевод «спаситель». Поэтому здесь тоже подмены произошли определенные. И, естественно, большинство наших людей, когда слышат такие песни, то думают, что это песни именно об Иисусе. А на самом деле там в колядках вполне возможно, что во времена Двоеверия пелось, что Сын Божий народился, это не про Иисуса, а это про одного из наших светлых богов. Так что давайте не будем дуально воспринимать мир, что вот что-то услышали, похожее на что-то, и сразу говорим, вот это так. Мир очень разнообразен, очень интересен, поэтому от дуализации уходите, иначе вы будете обрезать часть этого мира, а это не совсем правильный путь для развития всестороннего ведущего человека. Константин, я записываю за тобой некоторые моменты, мне это все интересно, я тоже этим интересовался, так что еще, я думаю, мы пообщаемся по этому поводу, поговорим. Продолжай, пожалуйста. Ну, продолжим. Так вот, хотя до сих пор навязывается мнение, что большинство изобретений в мире принадлежит американцам и европейцам, например, а русские только у них все покупают. Так вот, чтобы опровергнуть еще один вот этот миф, я хочу обратиться к книге, которая называется «Рассказы о русском первенстве», которая была издана издательством «Молодая гвардия» в Москве в 1950 году. Красненькая такая интересная книжица. Так вот, в ней на фактах рассказывается о наиболее разительных примерах первенства русской науки и техники. И это, в этой книге собраны примеры того, как русская научная мысль обгоняла свое время и опережала научную мысль Запада, начиная с Ломоносова и по сей день, в принципе. И прочитав ее, хотел бы поделиться вот своими наблюдениями такими. То есть я хотел сейчас предоставить русские изобретения, которые сделали мир таким, каков он есть сейчас. Самолет изобрел русский изобретатель Можайский Александр Федорович, 1882 год. Вертолет русский ученый Борис Николаевич Юрьев, 1911 год. Радиоприемник Александр Степанович Попов, 1895 год. Там хотя много споров, но факт остается фактом. Телевизор Борис Львович Розинг, 25 июля 1907 года, подал патентную заявку на изобретение передачи электрической, способ передачи электрической передачи изображения на расстоянии. Парашют, 1911 год, Котельников. Первая атомная электростанция была запущена в 1954 году в Обнинске. Называлась она, кстати, «Атоммирный», да? Называлась АМ-1. Ну, тот же Дмитрий Иванович Менделеев, периодическая таблица химических элементов. Лазер был сделан и применен русскими физиками Басовым и Прохоровым в 1953 году. А в 1964 году они получили Нобелевскую премию по физике за основополагающую работу в области квантовой электроники, позволившую создать генераторы и усилители, основанные на принципе лазеров и мазеров. Вот еще интересный факт. Бодибилдинг. Русский атлет Евгений Сандов впервые основал методику наращивания мускулатуры. И название его книги «Строительство тела» было дословно переведено «бодибилдинг» на английский язык. Так и закрепилось и стало нарицательным. Ну, мировое достижение, ну, плачевное. Водородная бомба. Сахаров, да, Андрей Дмитриевич, 1953 год. Первый искусственный спутник Земли. 1954 год. Первый космонавт.
Юрий Алексеевич Гагарин, 61 год. Да и в открытый космос вышли первыми тоже русы, да, Алексей Леонов, через 4 года, в 1965 году. Лампа накаливания, Ладыгин, в 1874 году. Также, кстати, он изобрел первый промышленный водолазный аппарат и индукционную печь. Электросварка. Способ электрической сварки металлов придумал и впервые внедрил в 1882 году русский изобретатель Николай Николаевич Бенардес. Вот. Персональный компьютер. Первый в мире персональный компьютер в 1968 году советский конструктор Арсений Анатольевич Горохов. В его авторском свидетельстве подробно описан программирующий прибор, как он его тогда назвал. Первый электродвигатель Борис Семенович Якоби. Первый электромобиль Игорь Романов в 1899 году изобрел и предоставил двухместный автомобиль, который изменял свою скорость от 1 до 37 км в час. Ну, в принципе, этот список можно продолжать очень долго. Ну, просто очень долго, там более 400 страниц. Хочу еще что отметить. Ну, насчет достоверности, то, что я сейчас скажу, я не знаю, но в интернете гуляет такая фраза, что более 80% всех мировых открытий сделано славянами. Это по утверждению Британской академии наук. Достоверность ручаться не могу, но тоже факт. Что еще хочу отметить? Что все вот эти вот сказанные мной высшие факты, факты, как есть, как признанные факты, да, явственно свидетельствуют о роли славян и русов в том числе в мировом масштабе. Они свидетельствуют о том, что славянский мир был всегда центром и оплотом цивилизации на планете Земля. Я хочу здесь подчеркнуть еще именно не превосходство, да, славян и русов в том числе, а хочу подчеркнуть высокую человечность и терпимость славян. Вот смотрите, как пример, на территории России, в принципе, за все ее существование не потерпела изменения или притеснения ни одна народность. Все народности сохраняют и поныне как свою самобытность, так и язык и свою культуру. И это тоже не голословность. Мало того, все народности охраняются государством. И вот это тоже говорит о высокой культуре. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотел сегодня сказать. Можно, конечно, еще долго продолжать, но я думаю, у нас время не резиновое. Хорошо. Хочу передать слово Юрию. Угу. Да, пожалуйста, Юрий, у нас еще есть несколько минут, около 7 минут до следующей музыкальной паузы, поэтому можешь от себя что-то еще дополнить, сказать, и еще вопросы от радиослушателей у нас есть. Да, ну, здесь могу сказать, что необходимо вот на то, что происходит, и вот на те технологии, которые сейчас внедряются, необходимо подходить с точки зрения критерия разумности. Вот, они необходимы, когда в них есть, ну, то есть, когда ставится такая задача. Вот, например, здесь, ну, как бы уже я анонсировал, что мы коснемся искусственного интеллекта. И как вот к этому искусственному интеллекту вообще-то относиться? Это вот очень такая нетривиальная задача, потому что с какой вообще боку подойти к этому искусственному интеллекту? Ну, во-первых, научные как бы представления до сих пор еще не имеют полного такого объемного как бы описания того, что происходит, что такое естественный интеллект, то есть человеческий интеллект. То есть они не могут это описать. Но тем не менее, они как бы с его продуктами и результатами сталкиваются. То есть как он работает непосредственно. Изучение мозга не позволило получить данные о полноценном работе сознания. То есть какие-то элементы проявились, но где это происходит непосредственно, работа сознания, как это происходит. Вот только труды Николая Ильича Левашова, кстати, все-таки он раскрывает эти вопросы. Но я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что не зная естественного интеллекта,
строить искусственный и считать, что он как бы это наше спасение, да, искусственный интеллект, я думаю, что в искусственном интеллекте на текущий момент вот в этих исследованиях в принципе заложена попытка, скажем так, с помощью искусственного интеллекта перехватить, то есть создать оружие, которое пересилит, скажем так, оружие, которое существует. То есть с помощью систем автоматического управления, с помощью систем вот этого робототехнических систем привести войска в состояние, как бы, когда люди не погибать не будут. В общем-то, несмотря на наши определенные прорывные изобретения, надо признать, что американцы, они ухватились за это. Там вполне возможно, им какие-то инопланетные технологии были предоставлены. Вот. И они были в плане как раз обработки информации, компьютерной техники, они нас опережали. Но это не говорит о том, что в теоретической части, по моим данным, опережали как раз мы. Потому что у нас теории параллельных алгоритмов были, присутствовали, они до сих пор есть. Вот, то есть это как бы зафиксировано. И даже до сих пор, сталкиваясь с, например, процессорами Intel, вот, как раз в области вот этого распараллеливания задач, следует отметить, что, в общем-то, там как бы отсутствуют именно некоторые базовые вещи, связанные с теорией параллельных алгоритмов, которые у нас были давно изобретены. Опять же, возвращаясь к искусственному интеллекту. То есть, в принципе, для чего он был создан? Во многом не совсем для блага человека. То есть, ну, точно так же, как атомная бомба. Хотя он может использоваться и для блага. И здесь в применении к человеку, уже непосредственно в быту, вот этот восторг дикий, в общем-то, который по поводу искусственного интеллекта, там в Японии, в США, вот, не то, что я не разделяю, наоборот, как бы вызывает опасения, потому что до сих пор, не имея представления об естественном, о разуме, о работе разума, этот искусственный интеллект программируют люди. И как они его запрограммируют, вот, и чем он будет заниматься, в общем-то, некоторые моменты, как бы заметна тенденция к тому, к внедрению как раз систем управления, в общем-то, в боевые действия автоматических систем. Вот. И как бы, то есть, по сути, еще до того, как этот искусственный интеллект применяется для пользы человека, он как бы внедряется с целью реализации паразитических замыслов определенных. Вот, то есть, как бы, когда изобретали интернет, кстати, одна из вот основных целей его была как бы создать сеть, через которую можно будет влиять. Вот. Но оно, в принципе, так и получилось, но это же технология, она позволяет влиять в обратную сторону. И критерий необходимости вот таких компьютерных технологий для человека, каких-то автоматических, он, в принципе, достаточно прост. Когда компьютер и вот эти все технологии необходимы, когда человек этим управляет. Если они управляют человеком, непосредственно вот эти технологии, это уже, на мой взгляд, отрицательное влияние на непосредственно человека конкретного, на общество в том числе, потому что через эти вещи можно управлять и человеком, и обществом. И мы давно уже заметили, что даже персональные компьютеры, они как бы даже переформатируют мозги у человека. То есть, но при понимании, что это такое, этого можно избежать. Поэтому критерий разумности вот в каждом вопросе оценки каких-то технологий. Вот, например, стоит вопрос о людях-киборгах. То есть, может быть, сталкивались слушатели, уважаемые, с таким понятием, как трансгуманизм. Ну, наверняка читали статьи Четвериковой, вот, когда для того, чтобы как бы каким-то образом человечество сохранилось, то есть
значит, некоторые представители научного сообщества считают, что все равно будет катастрофа. Ну так, в общем, надо человека в компьютерный вид перевести, вот, и, ну, как бы каким-то образом его компьютеризировать, чтобы он мог существовать везде, там, и в том числе искусственно созданной какой-то сети дополнительной. Вот. Но это достаточно, как бы, я еще широкое, как бы, не раскрываю понимание. Но они уже хотят не просто компьютеризировать, а начинить техническими устройствами и так далее. То, что это костыли, то, что человек способен на значительно больше, чем просто управление какими-то техническими штуками, это все, ну, очевидно. Вот. Это даже очевидно, просто вот общество знает о примерах экстрасенсорных способностей. Сейчас общество, как бы, имеет информацию о развитии человека. Вот. И поэтому вот этих вещей, ну, в общем-то, необходимо. То есть эти вещи, ну, не то, что не просто избегать, но эти вопросы нужно раскрывать. Потому что, как бы, такие программы поддерживаются финансово. Это один из способов, как бы, создания, ну, такой, можно сказать, что пятой колонны, которая, в принципе, из общества, из понимания, правильного понимания структуры общества, его эволюционного пути развития человека, это выбивается. И, в общем-то, это работает против общества. Такие заинтересованные персонажи, которые продвигают эту идеологию трансгуманизма. Есть еще вопрос, связанный с людьми-киборгами. Да? То есть, ну, это, в принципе, очень похоже. Вот. Но здесь я хочу сказать, что, например, а зачем вот вставлять какие-то электронные устройства, когда, в принципе, на текущий момент достаточно тех же самых мобильных телефонов, которые обладают всем необходимым для связи. Вот. Ну, то есть, может быть, только в каких-то условиях, но это, опять же, должно обусловлено критерием разумности этих решений. Не ажиотажа такого, ну, вот как какое связано, например, с Google Glass. Может быть, видели. Ну, хотя они не стали выпускать, потому что столкнулись, то есть не могли оценить ситуацию до выпуска этих очков. Вот. А после выпуска, в общем-то, столкнулись с определенной реакцией, психологической реакцией человека на такой вот стиль уже жизненного, в такой стиль жизни, когда ты за всем наблюдаешь, когда ты, как бы, через очки можешь это делать. И они отказались. Я могу сказать, что некоторые вещи такие случались и раньше. Вот у меня есть информация, что некоторые технологии, вот, например, технология была, когда уже во многих странах это известно, как бы внедрялась технология, как бы в танк, например, сделать полное видение всего того, что окружает вокруг танка, то есть, как бы, всей боевой обстановки. Вот, командиру танка сделать такое 360 градусов видение через систему видеонаблюдения. Так вот, оказалось, что психологически человек к этому не готов. Видеть подлетающие снаряды, ракеты и так далее. Что ему лучше быть за железной стенкой в танке, смотреть через прорезь, чем видеть вот эту всю картину. Это я к тому, что эти технологии надо все рассматривать с точки зрения разумности. И наши, кстати, отказались, насколько я помню, ну, на тот момент, когда она была, когда ее применяли, пытались применить. И с разных, кстати, данных из разных стран тоже такую технологию хотели внедрить, как бы, но нету информации, насколько она там внедрена. Вот. То есть, опять же, разумность применения то ли тех или иных действий. Здесь еще для понимания я хочу обратить внимание к оценке этих вопросов, к вопросам, например, действий тех или иных лиц, тех или иных групп лиц на, скажем так, в текущей ситуации. Дело в том, что люди сталкиваются с проблемой оценки и как оценить реальные действия. Ну, во-первых, часть действий люди не знают. А во-вторых, до сих пор еще используется такая двоичная логика в оценке. То есть для того, чтобы понимать картину мира, необходимо изменить логику. То есть
группа лиц там, или конкретный человек, он не только находится, вот он делает хорошее или плохое дело. То есть нужно понимать, что эти люди могут делать одновременно и хорошее, и плохие дела. И для, то есть как бы в основном в наше общество внедрено такое двоичное восприятие, то есть двоичное понимание, что вот либо он хороший, либо плохой человек. На самом деле практически все вопросы, которые касаются реальности, это не многогранны. То есть не всегда одновременно сходится. То есть с разных граней получается разная оценка. Она может разная. Так вот, надо учиться эту оценку, в том числе человека конкретно, или каких-то действий, каких-то процессов, воспринимать в совокупности, применять нелинейную логику. То есть это к вопросу восприятия. Да? Вот, опять же, тот же самый искусственный интеллект. Но он может быть необходим в ряде условий. То есть этот искусственный интеллект может быть необходим. Там, где есть определенные действия, которые в разных местах, где человек не может выполнить эти действия, где затруднена связь, где-то, вот, где есть в этом очень серьезная необходимость. И вообще робототехника, в принципе, она не отвергается, скажем так, цивилизация, она не может отвергаться, потому что в какой-то области она действительно может применяться. Вот. И я прошу всех обратить внимание, что как раз вот этот показатель разумности применения, он является основным для любых технологий. И там, где поднимают какой-то ажиотаж, вот, опять же, вокруг айфонов, вокруг очков, вот эти Google Glass, это в основном только для того, чтобы, ну, как бы какие-то свои бизнес-интересы преследовать. А тем временем, как бы, наше общество, оно занимается, вот, насколько сильно сконцентрированы сейчас не просто ресурсы, человеческие ресурсы, по поводу того, чтобы решить задачу, значит, суверенитета страны. И этого можно достичь только с помощью, как бы, по сути, военной силы. То есть этот процесс, он продолжался как-то неожиданно, скажем, скрыто для наших противников, партнеров так называемых. Вот. И на текущий момент просто с удивлением обнаружишь определенные доказательства, ну, представление фактов о том, что наши технологии, оказывается, опережают. Вот я не слышал, не видел о боевом применении практически таких серьезных масштабах вот этой автоматизированной бронетехники у американцев. А тут, оказывается, наши взяли и применили. Только что сделали, тут же взяли и в Сирии применили. И, кстати, эта информация в средствах, ну, то есть в средствах массовой информации настолько не расходится. Я не знаю, то есть, может быть, правда, телевидение еще что-то могло показать, но, по крайней мере, на основных интернет-ресурсах средств массовой информации этой информации нет. Вот. Ну, наверное, не то, что испугались, не хотят это, не хотят такую информацию раздавать, потому что это очень серьезный задел. Очень серьезно. Ведь нам все время как бы укор делали, что у вас в этом отстаете в компьютерной технике, вы там во всем отстаете. Могу еще один факт привести. Оказывается, самый мощный процессор распознавания образов выпускались у нас вот после, после того, как перестройка, после вот ельцинского периода, вот в это время мы как захватили первенство, в общем-то, и на текущий момент не могу сказать, но тогда это были лидеры, то есть в 2-3 раза обгоняли процессоры, хотя мы тогда практически процессоров и не выпускали свои. Ну, вот так кратенько об уровне технологий, вообще как к этим технологиям подходить, к искусственному интеллекту, кибернетизации. Вот. Но с точки зрения развития человека в этом нет необходимости. Только там, где необходимо это использовать разумно и где это обосновано.
Понятно. Ну вот так мы подошли к музыкальной паузе. Что следующие наши планы? Переходим к вопросам от наших радиослушателей? Или еще что-то есть рассказать? Я думаю, мы можем, да, после музыкальной паузы. Я там добавлю кое-что еще там во время вопросов. Хорошо. Ну что ж, переходим на музыкальную паузу и дальше будем разбирать тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, 25 декабря 2015 года, пятница, 14-й день месяца белого сияния и покоя мира, 7524 лета. Уровень развития цивилизации. Юрий Алексеевич Тяжлов, Драмачук Константин Александрович. Это главные соведущие. Услышали много мы чего интересного. Но пришло время нам теперь обратиться к нашим радиослушателям, а вернее к тем вопросам, которые наши радиослушатели оставляли в чате Народного славянского радио. Итак, вопрос поступил от Антона. Нынешняя технология развивает всевозможные «костыли», в кавычках, не думая о развитии человека, его качестве, как полноценной личности. К чему, по вашему мнению, это может привести? Ну, здесь я кратенько могу сказать, что к роботизации, то есть созданию биороботов. Вот, потому что эти устройства, они действуют по определенным программам, и когда человек находится в воздействии вот этих вот непосредственно, то есть подчиняется там, и так далее, как бы эти программы входят в суть человека, то есть в его память, в его сознание, то есть если он не отказывается от этого. Поэтому, в принципе, это и цели. Те, кто внедряет эти, даже не костыли, а эти, скажем, средства роботизации и роботизации в том числе. Угу. Хорошо, Константин, что-то дополнишь? Ну да, я хотел бы еще сказать, что на каком-то уровне костыли в принципе необходимы. Ну, если вот даже брать костыли в прямом смысле этого слова, да, то больному с переломанной ногой костыль до какой-то до времени просто необходим, да, для его полноценной жизни и дальнейшего развития. Но наступает момент, когда этот костыль просто-напросто и начинает мешать ему развиваться, когда нога уже зажила. Так же самое и в развитии общества. На определенном этапе, да, вот, например, возьмем сотовую связь, телефоны как бы удобны, как костыли, да, и нужны. Но наступит время, когда они начнут тормозить и мешать просто-напросто. Тогда вперед уже тут яснослышание, там ясновидение и так далее. То есть следующий этап развития общества, да? Ну вот в этом плане я хотел сказать. Понятно. Мне тогда возникает такой вопрос. Если так хорошо развиты технологии, сотовая связь, интернет, то в этом случае а зачем человеку развивать в себе какие-то другие качества, какие-то другие умения и какие-то, может быть, органы чувств, которые еще не описаны нашими так называемыми учеными. Ведь все и так доступно. Нажал на кнопочку, пожалуйста, получай информацию. Нажал на другую, общайся с кем хочешь. Нужно тебе послушать голос человека. Не надо никуда ехать. Увидеть видео тоже не надо никуда ехать. Зачем развивать ясновидение? То есть, на мой взгляд, столь благостная цивилизационная среда, в которой сейчас погружен современный человек, она не заставляет, не вынуждает, не способствует тому, что человек развивал в себе вот те качества, о которых ты сейчас сказал. А я бы немножко не согласился. Вот смотри, в каком плане. Например, еще лет 5-6 назад люди были счастливы, используя там систему GPS, да, интернета, если говоря об интернете, заговорил. То сейчас даже 4G, да, уже как бы это уже вчерашний день. То есть рост вот этот информационный настолько велик, что еще пройдет, я просто уверен, там порядка 15-20 лет, и просто упрется в тупик. Все, развитие закончится. И тогда нужны будут абсолютно новые технологии.
И новые технологии, в моем понимании, вот именно вот это вот ясновидение, яснослышание, где поток информации передается уже на совсем другом уровне и со совершенно другими качествами. Ты знаешь, как-то в начале прошлого века один лондонский ученый рассчитал, что если в таком объеме и с такими темпами будет расти количество лошадей, которые извозчики употребляют в Лондоне, то через несколько лет куча навоза будут достигать уровня второго этажа. Это не случилось. Многие ученые предсказывали, что это тупик, это уже дальше нет развития. Но вдруг появлялись новые технологии, которые превосходили те, о которых даже многие фантасты писали. Вот, так что, вот о чем я и говорю. А если костыли оставить? Тогда так мы вот, просто и упремся в эту вот двухэтажную кучу навоза. Нет, дело в том, что никто в Лондоне не утонул в куче навоза, потому что на смену лошадям пришли другие технологии. И сейчас еще новые технологии появляются. Так что 4G это тоже не предел, и 5, и 10G это тоже будет не предел. И обязательно будут находить более скоростные системы связи и найдут необходимость для того, чтобы проблемы и потребности современного человека на тот момент современного удовлетворить. Поэтому костыли просто будут совершенствоваться, они не отбросятся. Вот если человека поставить в ситуацию необходимости каких-либо действий, то в этом случае он будет стремиться избавиться от костылей или сделать так, чтобы эти костыли оказались малоэффективными. Вот тогда он будет искать способы развития того, что ему дано от природы. Вот я про что говорю. А если мы постоянно будем опираться на эти костыли, и они все равно будут совершенствовать, ведь спрос рождает предложение. И если кого-то не удовлетворяет уже 4G, то ему через год представят 5G и так далее. Это нет предела совершенства в этом направлении. Костыли просто будут улучшаться, а человек будет слабеть, будет превращаться в некого зомбатика, ботаника, который ботаник в плохом смысле этого слова. Вот как думаю. Здесь еще я кое-что хотел бы добавить. Может быть, слышали про такие технологии пресенс? Поясни. Пресенс, да? То есть технология присутствия. Как бы в переводе на русский язык. Значит, выпускаются, то есть для того, чтобы сделать, как бы, ну, вместо телепатии, да, прямое видение человека, как бы вот его даже в объеме можно сделать на расстоянии. Ну, как в «Звездных войнах», может быть, кто-то помнит, такие объемные такие выступления персонажей на каких-то определенных местах для связи, да. Вот. Есть такая технология. То есть уже это делается, нужны более высокие скорости. Более высокие скорости, кстати, всем известно, что именно видео информация, она лучше всего воспринимается. То есть, в принципе, эти вещи, они тоже могут быть использованы для воздействия на человека. Потому что знание о том, что такое человек, есть. И, в принципе, оно используется не только для того, чтобы ему помочь, но и для того, чтобы повлиять на этого человека дистанционно, в том числе и с помощью вот определенных видео. Вот. Поэтому не стоит недооценивать этих угроз, тем более, в принципе, сообщество, интернет-сообщество, оно даже выкладывало видеоролики, например, об опасности вот таких очков, которые могут как заложить программу незаметно для человека в видеоинформации, да, вот, так и потом воспользоваться этой программой, показав определенную картинку и заблокировав человека или как бы зазомбировать его через вот этот видеоканал. Вот, то есть в этом есть угроза, но наше же общество не стоит как-то так относительно этого отдельно. Во-первых, в принципе, есть положительная вещь, что наш интернет будет как бы своим образом контролироваться и от таких вещей, от опасных, в общем-то, прикрываться. Это, в принципе, у нас создаются не только процессоры, но и очень серьезные коммутаторы. Очень серьезные коммутаторы, которые рассчитаны на большие каналы данных, в общем-то, свои. То есть, и, в принципе, я думаю, в ближайшее время, так как на это направлена вся политика государства, вот, не просто на импортозамещение, а на суверенитет в любой области. И в том числе в области интернета, я думаю, мы уже скоро увидим этот суверенитет.
Вот. Но при этом необходимо противостоять вот этим всем угрозам. И это видно, что руководство страны, она как раз на это нацелена. Юрий, ну я-то спрашивал о другом. Ты рассказал о костылях более нового уровня. Мы-то говорили, что человеке необходимо развивать... Я понял, я тоже готов ответить. Да. Вопрос, да, я прошу прощения. Значит, в этом плане только рост понимания в обществе и знаний об обществе и о человеке может помочь. Только вот рост, вот эта определенная свобода доступа к знаниям. Там же слышали, наверное, Греф говорил, но не дай бог давать людям доступ к знаниям. Да? Ну вот, вот именно вот эти факты, в том числе интернет – это способ доставки информации, и он играет на текущий момент наиболее важную роль. Вот только это может дать возможность людям узнать про это и пойти по пути развития эволюционного. Проблема-то в том, что как раз те такие, как ты упомянул, Греф, они занимают некие известные лидирующие посты в государстве российском, и от них много что зависит. И не просто так они какие-то вещи говорят. Значит, эти вещи они озвучивают, и это не просто мысли Грефа, это мысли кого-то еще. И просто так вот говорить о том, что он сам по себе что-то такое ляпнул, не осознав, наверное, неправильно. А раз так, то эти технологии, о которых мы говорим, человеческого развития, они будут занижаться, а технологии, которые взращивают потребителя из человека, будут выпячиваться наружу. То есть костыли будут улучшаться. Ну, я бы сказал бы так, что при серьезном информировании общества эта ситуация уже нельзя будет сделать. Хорошо, тогда вопрос, я понял тебя, тогда вопрос такой. Вот скажи, серьезное информирование от кого оно зависит? Ведь в данном случае все средства массовой информации, насколько я могу себе представить, ну не все, большинство средств массовой информации, они принадлежат так или иначе тем, кто во многом ну, согласен с позицией Грефа, так вот мягко, если говорить. А те средства массовой информации, которые, ну, в частности, мы пытаемся создать, они мало кому известны. На них и не выделяется ни денег, на них не выделяется никаких-то информационных ресурсов. Мало того, часто идут какие-то нападки, там, DDoS-атаки и много-много чего другое. И получается, вот если посмотреть о том, на то, как и в каком количестве смотрят телевизионные каналы, и смотреть количество зрителей и слушателей официальных средств массовой информации и сравнить средства массовой информации нашего плана, то мы увидим, что ну, как бы небо и земля – это несовместимо. Там это миллионами измеряется, а здесь это измеряется очень небольшим количеством людей. О каком информировании мы можем говорить в данной ситуации? Как ты это себе видишь? А я представляю эту ситуацию так, что... Во-первых, воздействие, ну, то есть, как бы определенные способы применяются, и об этом становится известно широкому классу людей. То есть, это применяют силы, определенные, которые хотят повлиять на события, ну, то есть, на поведение людей в нашей стране. В принципе, уже известно о очень многих способах влияния. Ну, раньше не было известно, но эти факты становятся достоянием общественности. Например, там Онищенко про прививки говорил. Значит, про биолаборатории говорят, про оружие по генному принципу, извините, даже руководство страны говорит. Она эти факторы учитывает. Во многом, вот сейчас вот хотел обратить внимание, генерал Ратников на ресурсе «Достояние планеты», он там дал такое небольшое интервью, он там несколько уже, по-моему, интервью дал, но последнее было посвящено революциям, технологии революции. Там уже идет речь о пси-полях. О пси-полях уже как бы люди, которые знают, уже говорят. То есть, в принципе, общество уже информируется по этому вопросу. И я думаю, своевременно, потому что, в принципе, у нас есть еще одна причина внедрения новых технологий – это конкуренция. Мы не сможем на старых, то есть нам придется сломать определенные вот эти консервативные подходы. Вот, мы на старых технологиях не сможем остаться, потому что многие применяют эти технологии уже сейчас. И ну, как бы общество, в принципе, оно должно быть готово к этому. Я думаю, что руководство страны...
Обрыв связи. Важно не только, что вот они в данный момент сказали ложь, а важно, что и как они делают все время. И поэтому их действия, они заставляют людей, как бы, ну это не просто мобилизация, но они заставляют людей осознавать то, что происходит. И чем дальше это происходит, тем лучше люди осознают эти факторы. Во многом даже вот не учитываются такие вещи, что, например, присоединение Крыма. Ведь как это сыграло? То есть, по сути, противостояние США сыграло положительную роль на все общество, потому что все осознали, что какая цена вопроса вот оставить те 3 миллиона человек в Крыму, да, и вот, или, например, Донбасс полностью оставить Украине на растензание, да, или вопрос в том, что прирастает, как вот так называемый русский мир. Кстати, многие не обращают внимания на этот термин и как он на текущий момент, в том числе через Министерство иностранных дел, идет его как бы такое расширение русского мира и передача понимания. Ну, там, конечно, Лукашенко сказал, что мне еще никто не смог объяснить, но это означает лишь то, что уже этот процесс запущен. То есть на уровне Министерства иностранных дел идет увеличение, как бы, то есть это, так сказать, области русского мира, области влияния русского мира. Ну, то есть многие вещи, которые мы здесь не можем говорить, они, то есть мы просто не все информацией владеем, они делаются. И как бы такие вот есть предпосылки, что эти вопросы, они же не связаны, скажем так, с тем, чтобы, ну, каким-то образом влиять, то есть на человека, ну, скажем так, роботизировать его, да, с нашей стороны, со стороны нашего руководства. А вот со стороны западной стороны, вот как раз это все проявляется. Mm-hmm. То есть, потом, в конце концов, понимание, еще один очень важный момент. Вот для того, чтобы понять, как правильно действовать, нужно очень хорошо понимать, что такое паразитические действия и паразитическая идеология. То есть вообще вот эти действия, надо очень понимать, что это корень, то есть суть всех действий, именно желание существовать за чужой счет. И когда люди будут осознавать это, они увидят, что любые средства манипуляции, они будут просто различать. Им достаточно будет, когда они кучу средств манипуляции уже знают, им достаточно будет просто еще одно средство манипуляции изучить. И во многом наши партнеры, в кавычках, да, они не понимают, насколько правда эффективна. Вот. Потому что, представляете, вот как огромное количество лжи, ну никак, даже через огромное количество средств массовой информации в Европе, ну не может оно перебить ту правду, которая просачивается даже через один канал «Россия сегодня». Я вот этот феномен, то есть как бы обращаю внимание на этот феномен всех. То есть в принципе процессы, которые происходят, в этих процессах надо учитывать вот эти факторы. Очень серьезно учитывать. Ты когда говорил про средства массовой информации и так перевел это все на иностранные СМИ, мне вспомнился анекдот советских времен, когда приезжает американский президент к нашему Леониду Ильичу Брежневу и говорит, что у вас в Советском Союзе нет демократии, нет свободы слова. Он говорит, почему нет свободы слова? Ну, приведи пример. Ну, этот говорит, вот у нас любой гражданин Америки может выйти на лужайку перед Белым домом и крикнуть, что американский президент идиот, там, дурак, ему за это ничего не будет. Брежнев говорит, ну и что? У нас в Советском Союзе тоже свобода слова есть. У нас каждый может выйти на Красную площадь и также крикнуть, американский президент дурак и идиот, ему тоже за это ничего не будет. Дело в том, что современные люди, которые начинают что-то осознавать, они выключают средства массовой информации под названием телевизор или, как его еще называют, зомбоящик, или там еще другие названия у него есть, и смотрят только какие-то исключительно выборочные программы, которые им необходимо
ну, понимать, знать, или вообще его не смотрят. Здесь мы в данном случае не говорим про средства массовой информации американские или российские или украинские. Почему? Потому что все-таки человек, живущий в России и даже подключивший спутниковую тарелку Триколор или там еще какие-то у нас там много их, да, существует, или НТВ+, он будет смотреть то, что предлагает ему... Обрыв связи. Вот, ну что ж, такая ситуация. Печальная ситуация. Да, но, скажем так, никто не говорил, что это будет скачкообразное изменение. Да, и сразу во всем. А некоторые-то, кстати, люди думают, что, вот опять же, при своей двоичной логике, что это раз, щелк, и все. И как бы все сразу изменилось. Причем все сразу они хотят. То есть они прямо требуют, все нужно сразу изменить. Вот. Но, к сожалению, процессы, которые происходят, они, ну, например, представьте себе, без подготовки полностью, скажем так, банковскую систему убрать. То есть, ну, допустим, вот она, у нее паразитические корни, но тем не менее через то, что вот сейчас происходит, вот, она работает, то есть обеспечивается государство, обеспечивается как бы финансирование там, через разные структуры там, и так далее. Вот. То есть процессы разные могут быть. И некоторые процессы, которые связаны с жизнеобеспечением страны, они не могут быстро измениться. То есть перестроить на ходу, это, ну, сами понимаете, когда на лету самолета, да, попробуйте перепрограммируйте машину. Вот. Потому что это может привести к серьезным последствиям. Просто нужно понимать, что разные процессы, они... скажем так, эти механизмы, ну, большинству людей, как бы тем, кто не знаком, они не ясны до конца. Желать, конечно, можно, но надо на реальности основываться. Вот. И есть еще, кроме этого, вопросы тактики и стратегии. Вот. Это тоже никто не отменял. Опять же, тот человек, который хочет, как бы, идет противостояние информационное, на всех уровнях противостояния. В принципе, борьба за человека в окружении президента, там, в правительстве, в Госдуме. Вот. Она продолжается пока. Вот недавно Федорова, как бы, Евгения Алексеевича, его там попытались, как бы, сказать, что он сам себя разоблачил. Вот. Так он сказал, что в Госдуме коллаборационисты сидят. Это те, кто находится на должности там, чиновников, да, работают на Запад. Да? Вот. Так вот, скажем так, вы если, чтобы общество, ну, как бы, при резких изменениях это будет будоражить общество. Люди до конца еще не понимают, поэтому процесс идет не быстрым. То есть еще идет процесс переосознания на других действиях. Я не зря говорил про нелинейную логику. То есть на других действиях, пока еще в этой структуре, идет процесс переосознания. Как только люди будут готовы, будут изменения. Но они не будут, знаете, как топором по ветке, на которой ты сидишь. Это точно. То есть для этого будет сначала заготовлена целая система, другая ветка подведена там, вот, для того, чтобы одну ветку перерубить. Юра, а сколько нужно, на твой взгляд, времени, чтобы подготовить эту ветку? Ведь разговоры о зомбировании уже достаточно долго идут, и хотя бы на телевидении можно было убрать эти дурацкие программы и заменить их на какие-то, например, развлекательно-информационно развивающие, а не просто там, призывающие к самоубийству в виде алкоголя там, или каким-то бесконечным боевикам, где друг друга там мозги выносят, и потом наши следаки это все так хорошо расследуют, и негодяи выводят нас на уровень разоблачаемости. Ведь уже об этом говорят, ну, лет, наверное, 6, насколько я помню, так вот серьезно. И, может быть, даже больше некоторые люди. А мы все говорим, надо готовить. А что готовить? Взял вот так вот, вышел на телевидение и стал побольше программ правильных давать, стал поменьше глупости давать, придумал какие-нибудь игры развивающие, а не за стремлением там, за тот же миллион. Ну, это так, это я понимаю, что это пожелание, скажем так, с моей стороны. Да и не только с моей стороны, я думаю, и со стороны радиослушателей.
Ну, вопрос, сколько времени на это нужно? Ну, есть хороший ответ от Николая Викторовича. Правда, там был вопрос, как, а сколько ждать времени, когда улучшится ситуация в России? Он говорит, а ждать не надо. Надо действовать. Ну, как бы со своей стороны, вот мы с тобой действуем, да, вот мы с тобой передачи делаем, людей интересных там находим, куда-то обращаемся. Мы с тобой не сидим в стороне, да и люди, которые приходят на радио, тоже они, наверное, в стороне сидят. Но ведь наши действия ограничиваются тем пространством, в которое нас сейчас в данном случае пускают. Известно, что есть какие-то рамки, установленные кем-то для кого-то, и за эти рамки очень тяжеловато вылезти. Если ты вылезаешь, надо тебе просто по башке дают там дрыном, чтобы тебя обратно в эти рамки, в этот загон забросить. Ну, есть это, хочешь ты это или не хочешь, так оно вот есть. И поэтому, к примеру, даже если сейчас мы начнем что-то с тобой очень активно действовать, я думаю, что, ну, дойдем мы до определенного уровня, нам скажут, ребят, вы там вот в своем вот покопайтесь, там вот радио поделайте, можете там еще славянское телевидение какое-то сделать тоже на общественных началах. Вот, и дальше не лезьте пока. Вот я думаю, что надо, вот это нам грозит. На мой взгляд, надо пропагандировать. Тут вот Владимирович недавно такую вещь сказал. Сейчас, секундочку, я постараюсь найти. Вот. Надо, во-первых, просто основываться даже просто вот на том, что сейчас руководство страны продвигает честную политику в отношении даже правды. То есть пусть она будет горькой. Это вот, кстати, слова Путина. Сейчас вот как раз ищу, где здесь у меня проскочила эта информация. Вот. Так, минуточку. Давай, пока ты ищешь, да. Я думаю, мы поставим музыкальную паузу, наверное, тем более, что время подошло, да? Угу. Вот, а ты как раз после музыкальной паузы сможешь эту фразу без искажений прочесть. Итак, продолжаем. Колядочные наши посиделки продолжаются в новом эфире в виде только уже отдельных музыкальных пауз. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 25 декабря 2015 года, пятница, на одном из современных календарей, а на одном из старинных, 14-й день, месяца белосияния, покоя мира, 7524 лета, вторник. Уровень развития цивилизации – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Юрий Алексеевич Тяжелов и Дарманчук Константин Александрович. Итак, Юрий, удалось найти фразу, чтобы без искажений процитировать? Да, без искажений. Владимир Владимирович говорил, мы здание нашего патриотизма должны строить на правде. Должны быть честными всегда. Вот. И если обратите внимание, то очень много позиций именно справедливого, честного отношения не только внутри страны, но и за рубежом. Вот сейчас словами Владимира Владимировича вот проводится такая именно политика. Вот. А с точки зрения того, что ну, не все вопросы можно сразу решить одновременно, да, и есть определенные условия, которые мешают. В общем, я солидарен с точки зрения НОДА, Национального освободительного движения, то, что даже законодательно должность президента Российской Федерации, она достаточно сильно обрезана вот, по возможностям. И как бы в этом плане, понимаете, получается, что даже до сих пор действительно требовать каких-то некоторых действий, противоречащих законодательству, для того, чтобы от руководства страны требовать, нужно еще законодательство поменять. Хорошо, что в принципе этот процесс идет. В том числе хотя бы через Конституционный суд отказ от тех договоров, которые... международных договоров, международных обязательств, которые вредят просто нам. Поэтому в дальнейшем, я думаю, другие способы будут, этот процесс будет продолжаться. Это же очевидно, что еще пока в определенных условиях находится ограничивающих действий, как руководство страны и страна сама находится. Вот. Внимательнее посмотрите на действия, которые проводятся.
проводятся. Но при этом я думаю, что вот как раз там, где были ставленники, например, пятой колонны в губернаторах, это Екатеринбург, вот, они себя очень сильно проявляют, и люди это начинают видеть. Вот. И на вот этой позиции и по суверенитету, и позиции по отношению к государству, и позиции по отношению к вооруженным силам, то есть как владельцы олигархи заводов, как к этому относятся, я думаю, постепенно эта ситуация нормализуется. И те, и люди, как бы они просто начнут лучше понимать, кто на чьей стороне. Они себя сами выдают. Хорошо, но мало того, что они себя сами выдают, еще бы хорошо, чтобы ими занимались те, кто должен этим заниматься более активно. И не просто так Владимир Владимирович говорил, а посадки где? Обращаясь к тем товарищам в погонах, которые в синих мундирах ходят и должны посадками заниматься. Но в последнее время как-то от этих товарищей в синих мундирах больше правонарушений наблюдается, нежели чем то, чтобы эти правонарушения убирать. Вот это вот факт, который существует, и мне кажется, надо поднажать на это направление, чтобы почистить там кое-что. Но это как бы, опять же, мысли гражданина, скажем так. Давай дальше. Колоброд задал вопрос в эфир соведущему. Чем отличается народ от общества? Кто готов ответить? Ну, давайте я начну, а Юрий, может быть... Давай, пожалуйста. Константин. Народ и общество, да? Ну, в моем понимании, если говорить кратко, то общество – это именно та часть населения, которая живет согласно законам мироздания. Как бы это так не парадоксально звучало. А народ появляется тогда, когда в обществе начинается паразитизм, когда начинается расслоение на классы, классовость, угнетение, ну и так далее. Мы знаем, что это по истории. Вот, ну, это как бы в моем понимании, вот это так. То есть общество – это когда народ живет по законам мироздания, а оно становится народом, когда начинает жить по законам, паразитическим законам. Хорошо. Юрий, пожалуйста. Ну, здесь есть разное, то есть разные понимания, да, например, что народ – это язык, да, то есть язычи. Вот, это те, кто на языке говорили раньше. То есть народ, вообще-то, еще вопрос связан с родом, да. Вот. Но с другой стороны, это вот, скажем так, то, что касалось общества, было сказано относительно вот именно цивилизации, как устоявшейся такой структуры, которая несет определенное миропонимание, одно миропонимание. Вот. В этом плане. И народ может нести одно миропонимание. Поэтому, скажем так, но народ еще может и разные. То есть вот тоже ситуация может возникнуть такая, что вроде народ, да, а он разделяется на части. Вот. Поэтому здесь с точки зрения того, что было сказано, как бы трудно, как бы очень резкие такие отличия найти. Вот если... Алексей прокомментирует, еще будет интересно его мнение услышать. А я бы добавил сюда, да, я добавил бы сюда еще один вариант, слово одно, то, что называется население. Вот есть общество, есть народ, есть население. И то, и другое, из того, из другого может состоять общество. Общество может быть потребителей, созданное из населения. Общество может быть из тружеников, которые созидают что-либо, созданное из народа. Правильно было отмечено, что народ – это не просто сброд какой-то, это не просто население, которое здесь присутствует, сюда его заселил кто-то или согнали сюда его кто-то и управляют им. Вот население, как правило, это некая общность, которая объединяет всех людей вокруг чего? Ну, чтобы выжить кому-то в этом обществе, чтобы хорошо жить, как говорили, там, сладко жрать да мягко спать. А вот народ, тот, который идет от слова «род», это тот, который не просто паразит на этой земле, а который живет в обществе созидающем, для того, чтобы земля не умирала, потому что население может прийти, землю испоганить и идти дальше, как такие кочевники.
то, что называлось раньше ЦГАНИ, то есть не имеющие пути, потому что все пути для них, куда ни пойди, все это их путь, не имеющие цели. Вот, вот этим отличается население от народа. А общество, оно создается как раз или населением, или народом, или тем, теми, кто управляет этим обществом. Поэтому в данном случае я сейчас вижу, что, к сожалению, наше общество, оно состоит из населения, которое приезжает в крупные города для того, чтобы выжить, и следует иностранной такой простой догматике: возьми от жизни все. Вот возьми от жизни все, неважно, что это после тебя останется, главное, чтобы взять от жизни все. Это в больших городах очень хорошо проявлено. А в деревнях живет именно не просто население, а народ, который, к сожалению, тоже сейчас опущен очень низко по многим факторам своего проживания, но который хотя бы живет честно в большинстве своем. Хотя и по большому счету вот эта современная так называемая цивилизация «возьми от жизни все и умри молодым», то есть пришел с работы на пися, если не на что пить, укради, то она тоже русского человека и те народы, которые с русскими людьми всегда жили бок о бок, наши уже побратимы, тоже на них действуют. Вот это беда, с которой нам всем придется так или иначе сталкиваться, исправлять, изменять, информировать, а где-то и воздействовать, чтобы умы человеческие прояснялись, и для начала люди себя осознали как народ, а когда они себя осознают как народ, они уже становились хозяевами этой земли и превращались из населения в общество, которое живет по праве, то, как наши предки говорили, жить по совести, в ладу с природой. Ну, как-то так. Вот, давайте следующий вопрос посмотрим. Павел Рижанин. Вопрос в эфир. Почему на Западе, в частности в Англии, где я жил, люди разных социальных и культурных слоев, лицемеры, к жизни относятся как к данности, которой нет души? Они как овощи, эти западенцы. Они не живут, а существуют. Почему? Кто ответит? Ну, прежде всего, я считаю, что это такой менталитет, именно вот западной жизни, менталитет, начиная с воспитания, с малолетства. И воспитание вот этих культурных ценностей. И в результате вот такой уже ставшей традиции на Западе люди становятся овощами, да, как написал Павел Рижанин. И они не живут, а существуют. Почему же это так происходит? Потому что вот отошли от общечеловеческих ценностей и пришли вот таким вот, я бы сказал бы, паразитическим даже идеям и ценностям. То есть вот эта сама паразитическая система вынудила их создать себе вот такой вот менталитет, причем это искусственный менталитет, искусственно созданный. И даже в том, что сейчас они пожинают плоды в виде толпы мигрантов, да, в Европе, и вот это та мина еще замедленного действия, которая еще у них очень сильно огукнется, потому что вот эти мигранты, они более приспособлены к условиям жизни, то есть они более, скажем так, более дикие, да, менее культурные, и они ни перед чем не остановятся, и я думаю, что Европе еще придется не сладко. Хорошо, Юрий. Ну, не угораздило их там родиться, конечно, в Англии, потому что, в принципе, Константин правильно сказал, вообще-то общество пропитано. Пропитано чем? Паразитизмом. Откуда лицемерие? Откуда лицемерие? Именно из-за того, что в самом обществе так принято относиться к другим людям. То есть это, скажем так, на каких-то действиях там и так далее, на каких-то этих, уже все слои общества, все структуры общества пропитаны. Ну, как бы учитывая вот эту, какую политику ведет даже Британия, вот, там вообще правда не пахнет. Там давно уже и не пахнет. То есть это захватническая, агрессивная, паразитическая политика. Вот, и все, что... Обратите внимание, что в Британию все эти олигархи, которые опальные, которые это, они все туда уезжают. Потому что таким людям там дают возможность, то есть там вся система такая.
возможность существовать там дают. Потому что они являются их проводниками этой системы паразитической. Мне кажется, они пригревают всех, о ком ты сейчас говорил, для того, чтобы собрать там воедино тех, кто готов выступать в любом качестве против России. Неважно, даже говорит этот человек правду, что-то ему в России не понравилось, или это ложь. Главное, чтобы говорить против России, против всего славянского и русского мира. Поэтому их там и пригревают. А вот то, что народ там живет, как пишет Павел, ну, совершенно бездуховный, нет души, как овощи. Ну так к этому их подвели, как неправильно, конечно, слово воспитали, но внедрили в них эту идеологию цивилизации. И сейчас эта цивилизационная идеология, она очень активна и в нас вкладывается, в наших детей. Различные программы, ток-шоу, передачи, фильмы. Ведь посмотрите, сколько чего льется. Ведь это все идет по той же самой дорожке проторенной, по которой шли так называемые иностранные царства-государства, и в том числе и Англия, где народу внедряли все это в голову. Сейчас мы видим. А по поводу вот как раз общества состоит из населения или народа, то мы сейчас видим, что те мигранты, которые прибывают во все страны мира, это как раз то самое население, которое прибывает для того, чтобы урвать кусочек от жирного пирога, как им кажется, но не внося что-то положительное со своей стороны, просто для того, чтобы выжить, просто для того, чтобы получить что-либо, что им кажется более правильно. Там какой-то айфон, машину, стабильную работу, жилье, хорошую воду и так далее и тому подобное. Вот это и есть население, это возвращаясь к предыдущему вопросу. Давайте дальше. От Антона вопрос в эфир. Из-за засилия мигрантами Европы, там у коренных жителей ходит возмущение, назревает бунт. Могут ли власти Российской Федерации, по данным тайного мирового правительства, втянуть наш народ в очередную мясорубку? Как вы думаете? Благодарю. А вот видео, где затрагивается ситуация Европы и не только. И дальше ссылка на Европу. Так что те, кто находится... ссылка на это видео. Так что те, кто находится в чате, смогут с этим видео ознакомиться. А те, кто не в чате, опять же, ну, переживайте, что вы не вошли в чат. Пожалуйста, кто ответит? Ну, во-первых, нам этого не нужно. И руководство страны, насколько я вижу, все делает для того, чтобы не втягиваться. А там, где ситуация возможна, участие, да, причем такое, ну, просчитанное, то есть такое просчитанное участие, вот как в Сирии сейчас, там принимается, в общем-то, серьезное решение. Это серьезное было решение, но оно сломало все планы американцам, туркам. То есть вот одно это решение сломало планы. Тем не менее... Конечно, напряженность ситуации есть, но она не нами создана. Вот. Но я думаю, из этой ситуации Россия выйдет достойно. Угу, хорошо. Константин? Ну, я бы хотел бы еще добавить, мы еще не до конца добили паразитическую систему. Вот. И добавить и для первого вопроса, и для последующих. В том, что в принципе паразитическая система знает и понимает, что все находится в головах вот того самого населения, народа, да, общности, общества. И оно и старается воспитать, вот как Павел Рижанин говорил, овощей, да, потому что овощ этот, у которого в голове одни вот эти вот ценности, и будет выполнять вот эту волю паразитическую. Потому что если критическая масса населения поймет, что король-то голый, то и мир перевернется тогда. Вот это вот я хотел сказать, что главное понять, что все находится в головах. Угу. Понятно, понятно. Естественно, что рука сама не хватается за рюмку, да, и не наливает себе в эту рюмку, и ноги сами не бегут в магазин, чтобы какую-то дрянь купить. Это голова управляет. Естественно, что человек просто так какие-то слова не произносит, опять же, этим всем голова управляет. И образ жизни тоже не само тело ведет, это голова все управляет. Но на сегодняшний момент мы видим такую интересную картинку. Вот если упростить и до абстракции довести, то представьте себе очки, на которых нарисованы какие-либо фигурки или какие-либо картинки. И вот всем дали эти очки, вернее, не дали, а
предложили одеть, они в свое время одели, и вот эти картинки перед глазами висят. Вот для того, чтобы реальность увидеть, необходимо эти очки снять, а многим не хочется снимать, многим даже в голову не приходит, что можно их снять. Это как фильм «Матрица». Вот тебе в правой руке таблетка одного цвета, вот тебе в левой руке таблетка другого цвета. Возьмешь вот эту, поймешь правду, возьмешь вот эту, останешься в том, что есть. Вот сейчас многим даже в голову не доходит, что можно эти очки снять и можно узнать, что-то есть. Поэтому говорить о каком-то просыпании, на мой взгляд, это очень преждевременно. Люди продолжают смотреть зомбоящики, люди продолжают себя уничтожать. Мало того, люди готовы с тобой драться, если вдруг ты скажешь им следующее, что ты себя уничтожаешь тем, что выпиваешь, тем, что куришь, тем, что ведешь распутный образ жизни, за семьей не следишь и так далее. Вот, к сожалению, мы видим ситуацию, как она есть. А ситуация не самая приглядная. Поэтому иногда мне очень печально становится от того, что я вокруг себя наблюдаю. Но с другой стороны, вот я сейчас опять же к Павлу Рязанину перехожу, вот он пишет: «Леш, ты молодец, правильно говоришь. Вот бы лет через 10 ваше прекрасное радио сотни тысяч слушателей слушали». Так вот, я что хочу сказать. Есть такая интересная теория распространения информации. Если, к примеру, слушать нас сейчас 1000 человек, условно, да? Вот если каждый из этой 1000 скажет своим 10 близким людям о том, что есть такая, как ты говоришь, прекрасная радиостанция, хотя радиостанцией мы не являемся, нет у нас волны вещания, то в этом случае у нас уже станет не 1000, а у нас уже станет 10 000. А теперь давай представим, если эти 10 000 еще 10 расскажут, каждый расскажет, сколько нас уже станет. Так вот, мне кажется, здесь не нужно ждать 10 лет. И вообще ждать ничего не надо. Вот правильно Юрий сказал, что сколько надо ждать? Ждать можно бесконечно, если ты будешь просто ждать. Надо просто делать. Поэтому если у тебя есть представление о том, что вот это радио прекрасное, и оно занимается тем, что сейчас необходимо, то давай просто рассказывай об этом людям. Но не с точки зрения «мы свидетели Иеговы, мы к вам пришли, благую весть принесли», да, а с точки зрения того, что понимать, готов ли человек тебя воспринимать и как он тебя готов воспринимать. И тогда не надо 10 лет никаких, все произойдет очень быстро. А когда люди будут осознанно жить, тогда и тем, кто хочет изменить мир наверху, будет проще это сделать. И тогда и богам будет попроще разговаривать уже не с какими-то марионетками, а с человеками, с наследниками, со своими. И один общий язык будет. И тогда все будет очень быстро меняться. Не нужно 10 лет, все меняется очень быстро. Об этом, кстати, неоднократно, вот можно приводить примеры и того же Гитлера, и Муссолини. Я ни в коем случае не превозношу их как личности, которых, за которыми нужно идти как за примером с точки зрения того, что они сделали, а именно как это было сделано, то есть технологии. Так вот, общество буквально готово за год, за два, за три воспрять духом и стать совершенно другим, если правильно подобрать слова, если правильно использовать технологии, которые есть, да, и если вложить вектор, который необходимо вложить для развития страны. Опять же, еще раз говорю, я не превозношу то, что сделано этими людьми в уничтожении. Ведь еще Черчилль в свое время говорил, если бы меня спросили, кто самая значимая фигура там 20 века, я бы сказал, что до, и там называют 38-й, что ли, он год сказал, это был Гитлер. То есть вот до тех пор, пока он не ввязал в войну свою страну, свой народ и не повел на бойню, это был величайший человек, по словам Черчилля. Нам ничто не мешает, и никто не мешает осознать, где наш путь, осознать праведность пути, а не так, чтобы кого-то идти покорять, уничтожать, и применить те технологии, которые давным-давно известны, но только во благо, а не для разрушения. Но все зависит от нас самих, не надо ничего ждать. Надо просто понимать, что мы должны жить в ладу с природой по завету наших великих мудрых предков и по совести. Вот как-то так. Дальше, давайте продолжим, да? Николай, вопрос в эфир. Россию можно считать цивилизацией с ее многонациональным народом? Это вопрос, можно ли так считать или нельзя цивилизацией с многонациональным народом? Ну, на мой взгляд, да. Можно, но миропонимание еще не сложилось. Оно только сейчас складывается. Угу, понятно, Константин? Ну, я соглашусь с Юрием, конечно. И здесь именно надо учесть тот факт, что многонациональный народ России, вот, в принципе, связан между собой и историко-генетическими корнями.
Я имею в виду тот народ, который испокон веков, да, проживал на этой территории, непришлый народ. И вот именно вот эта вот историко-генетическая связь и заставляет считать вот ее цивилизацией, ну, саму Россию. Понятно. И это продолжение у Николая. И не кажется ли вам, что господство сейчас библейская концепция заводит цивилизацию в технологию, в техногенную катастрофу, если уже не завела, так как парниковый эффект уже вряд ли получится остановить? А вот здесь вот есть ряд замечаний по этому вопросу. Во-первых, очень оригинальный парниковый эффект у нас. Если кто не обратил внимания, то, например, наши северные территории почему-то теплеют значительно быстрее. То есть там на 2-3 градуса теплее, чем в других местах. То есть, может быть, это не парниковый эффект. Потому что, по идее, парниковый был бы по всей территории земного шара. Как бы, может быть, это какие-то изменения происходят. Это раз. Кроме того, значит, вполне допускаю, то есть, что именно с учетом определенных этих произойдет определенное изменение климата. Но это, опять же, предполагаю, что это не парниковый эффект. То есть, ну, такое изменение, оно наблюдается уже сейчас, оно неравномерное какое-то. Вот. А то, что господствующая библейская концепция заведет цивилизацию в техногенную катастрофу, ну, в принципе, об этом много написано, даже в той же самой Библии. То есть, они там по такую программку заложили. То есть, если не по-ихнему, то это от паразитов такие угрозы постоянно слышны. В общем-то, они, скажем так, могут попытаться уничтожить. Не только техногенную катастрофу создать, а целенаправленно. Вот. Поэтому, техногенная вот эта вот все технология, в принципе, у них разрабатывается для покорения и порабощения. Вот, на это нужно обратить внимание. Да, и мне кажется, что это все-таки было не просто так само собой организовалось, а кем-то очень серьезно это было продумано и вложено, то, о чем многие наши известные люди неоднократно говорили. Константин, давай к тебе обратимся. Что по этому поводу думаешь, по этому вопросу? Ну, в принципе, много сказано правильного. Я хотел бы добавить про парниковый эффект, что... Ну, как Юрий уже отметил, да, носит очень странный характер и проявляется очень локально на Земле. В том числе и сейчас, да, можно наблюдать там аномальную затянувшуюся осень в европейской части России. И в то же время большие холода, в том числе и в Америке, там, где обычно в это время более тепло. Я не думаю, что это парниковый эффект. И так как я считаю, что гораздо больше парникового эффекта привносят не действия цивилизации нашей, по крайней мере, а действия вулканов больших там и так далее, то есть таких природных факторов. И намного, причем, больше приносят они парникового эффекта. Вот с этим вопросом можно уже оставить. Да, здесь уже ученые посчитали, да. что один вулкан выбрасывает намного больше, нежели чем несколько крупных городов в течение, причем выбрасывает за один день своей деятельности, чем несколько крупных городов с автомобилями, с фабриками за несколько лет своей деятельности. Так что просто так на это опираться нельзя. А вот относиться по совести к своей земле, по-хозяйски, с любовью, вот это другой вопрос, потому что мало того, что загрязняется среда, так еще и загрязняется земля, что намного опаснее. А если это земля, то и вода, и много другое. Здесь мне написали: Алексей, будь поосторожней по поводу там высказывания, а то Лукашенко после таких примеров его фашистом считают. Так я сказал, это не мои слова, это слова известных людей, и я не считаю, я уже отметил, Гитлера образцом подражания как человека, который здесь все это устроил. Это не наш путь. Я говорю про те технологии, которые были использованы. Технологии такие же субстанции в нашем мире, как, например, топор, которым можно, например, срубить себе дома, а можно кому-то бошки срубать, или пила, или вилка, или нож, что угодно. То есть технология – это инструмент. А вот давайте правильно применять инструмент. Если мы понимаем, как его применить, то тогда он будет к месту. А пример, ну, обращайтесь к политикам, которые говорили про Гитлера, там много чего написано. По поводу парникового эффекта, значит, все сказано, что здесь надо еще понять следующее, почему у нас оттаивает с нашей стороны, где-то в другом месте замерзает.
Дело в том, что после определенных катаклизмов Земля наша, она стала как маятник двигаться. И в этом случае, естественно, нарушились те, скажем так, обмены теплом, которые были заложены изначально. Мало того, что после определенных действий извне изменилось и ландшафт Земли. Что-то опустилось, что-то поднялось. Опустилось, в смысле, в воду и поднялось из воды. Вот. Сейчас уже не секрет о том, что возвращаются те северные территории, наверх поднимаются, то есть подвижка технологических плит происходит, которые были когда-то под водой. Вполне возможно, скоро мы увидим те очертания той древней Дарии или Арктиды, или Гипербореи, про которые все долго кричат. Не знаю, сколько это нужно, 1000 лет или 100 лет, а может быть, это произойдет буквально вот через какое-то там месяц-второй, через какое-то время. Ну, будут какие-то серьезные подвижки, землетрясения, где-то еще тряханет, что-то опустится. Так что давайте чуть-чуть подождем, и все встанет на свои места, я думаю. Так что здесь все очень просто. А по поводу библейской концепции, ну, уже сказано, это было выдумано не просто так, так что обращайтесь к нашим известным людям, там об этом много-много чего сказано. Дальше. Павел Рижанин, вопрос в эфир. Почему на Западе, в частности Англии, где, а так это уже было, это уже повторно, прошу прощения, гриф ледники и смена температурного режима – это закономерная смена настроения Земли. Ничего общества с деятельностью человека не имеет. Это такая реплика. А, Наталья, от чего зависит настроение Земли? Разве деятельность человека нисколько этому не причастна? И там, в общем, целая полемика была по поводу, конечно, немножко причастна, конечно же, так и так, наперекосяк. Я думаю, что все в этом мире взаимосвязано. Взмах бабочки здесь на Земле может породить бурю на Юпитере, как у нас шутили в древности. Ну, надо понимать, что человек человеку рознь, и мысль одного, она может заменить мысли миллионов. Поэтому однозначно, опять же, так подходить нельзя. Мне так кажется. Если, друзья, вы хотите что-то дополнить, пожалуйста, дополните. Ну, здесь как бы насчет настроения Земли могу сказать, что, скажем так, надо изучать то, что те процессы, которые происходят. И тогда, в принципе, многие процессы, они вот как бы из разряда настроения превращаются в определенные, вот в четко определенные, что конкретно происходит. То есть Солнце влияет на Землю, Земля двигается, она, кстати, тоже, она двигается в галактике, меняются потоки пространств в пространстве материи, то есть разные материи просто идут. Вот. На это может реагировать Земля. В этом ничего необычного нет. Если понимать, что, в принципе, все в нашем пространстве, во Вселенной неоднородно. Поэтому, ну, кроме того, человек, конечно, влияние оказывает, но, тем не менее, вот на текущий момент получается так, что нам-то бояться как раз нечего. Если на нашей территории потепление будет, это будет совсем неплохо. У нас будет как бы значительно больше территории, которые мы там во многом раньше сетовали на то, что у нас очень много территорий зимних таких, то есть северных, да, а сейчас как бы ситуация изменяется. Вот, кстати, кто не обратил внимания, там на Яндекс.Картах есть даже снимки из космоса, и там проявляется Земля вокруг островов в Сером Ледовитом океане в нашей прибрежной зоне. Вот, то есть что-то там еще тоже какие-то процессы происходят. Ну, подвижки выпирает наверх, поднимается со временем. А если поднимается здесь, где-то опустится. Да, это можно посмотреть, очень интересно все. Даже какие-то сделанные исследования и заключения некоторых людей известных. Хорошо, Константин, что-то добавишь или дальше пойдем? Ну, я бы сказал, добавил бы про настроение Земли и причастность человека к там, так, что... Смотрите, на Земле существуют экологические ниши. И человек, как имеющий факт присутствия на Земле, занимает, соответственно, свою экологическую нишу. Также же и все остальные звери, там, существа там, и так далее занимают свою экологическую нишу. Но у человека, как у существа как бы разумного, есть такое преимущество. Он может свою экологическую нишу осваивать по-разному, вследствие именно своей разумности. Если неразумные существа занимают экологическую нишу в результате борьбы за выживание, борьбы за эту нишу именно, и в результате появившейся мутации, да, вследствие
своего развития, то человек может действовать по-разному. Он может действовать так, а может и иначе. И именно от действия человека на определенном этапе уже будет зависеть не только настроение Земли, но и факт существования самой Земли. Ну, как доказательство, например, там вот термоядерные бомбы и остальные, да, которые накопило человечество. То есть факты применения их в реальности на Земле может привести просто не к тому, что настроение Земли упадет, а то, что вообще Земли не станет. Вот что еще хотел сказать, что именно. Понятно, здесь... у меня тоже есть, это, есть определенный момент. Я, кстати, хотел еще раз обратить внимание на именно эволюционное развитие, необходимость эволюционного развития. Потому что, вот представьте себе, остров там в Тихом океане, достаточно большой, на котором есть какой-то вид животных. Ну, то есть, вот он там видоизменился, он там жил, вот там был вид этот животных, уникальный. Ну, произошли какие-то катаклизмы, и острова не стало вместе со всем этим видом. Поэтому только эволюционное развитие позволяет решать вот такие задачи, которые, то есть это общество того вида, оно не смогло эволюционно развиться настолько, чтобы найти способ избежать вот этой ситуации. А природа меняется. То есть там происходят тайфуны, все, на Земле постоянно тайфуны, там, землетрясения, там, извержения там, и так далее. Поэтому и то же самое, в принципе, и в космосе происходит. То комета прилетит там, то прилетит какой-нибудь астероид мимо, вот пока что еще. А к этому-то нужно, то есть цивилизация-то она должна быть такого уровня, которая могла бы с этим справиться вопросом. Вот. Можете, конечно, сказать, что техногенные, то есть техническими способами, может быть и техническими, но понимание этих вопросов, именно что само общество, оно должно строиться на других принципах, потому что тут не только вопросы выживания, здесь вопросы, связанные с тем, чтобы создать разум, который превосходит существующий. Потому что астероид можно сбить ракетой, а может быть он не расколется, понимаете, какая ситуация. Но если человек осознает процессы такие, такого эволюционного уровня развития, как боги наши, то это может быть решено другими способами, отклонением астероида, к примеру. Угу. А перед музыкальной паузой хочу вставить еще одну реплику. Надо всем осознать, наверное, в конце концов, что Земля – живой организм. Именно организм, не просто какой-то комочек, не пойми чего, болтающийся, не пойми где. И поэтому, когда здесь затевался вот этот величайший эксперимент, многомиллиардный летний, то в этом случае было предусмотрено теми, кто здесь это все затевал, очень много чего интересного. И предусмотрели много чего интересного. И в частности, предусмотрели, как это и есть в технологиях, защиты от дураков. Вот поэтому, конечно же, человек может влиять, но эта защита так или иначе срабатывает. Где-то она исправляет воздействие человека, а где-то она, когда дураков становится очень много на одном квадратном километре, она просто предпринимает действия, точно такие же, как любая домохозяйка применяет действия против, например, тараканов или клопов, которые одолевают ее жилище. Вот, поэтому у нас нет сейчас другого варианта выживания, для начала хотя бы выживания, как через осознание того, кто мы на этой земле. Блохи-тараканы, которые сюда приперлись, и непонятно, что здесь делают, разворовывают и гадят, или какие-нибудь там крысы с мышами. Или все-таки мы осознанные существа для начала, человекообразные, которые стремятся стать человеками. А второй путь – это уже из человека, так как называют Homo sapiens, стать уже наследниками богов и сделать эту жизнь, строить вместе с землей, вместе с тем, что нам заповедано, вместе с нашими древностями, богами, предками и так далее. Вот первый этап, мы для начала должны просто осознать, кто мы на этой земле, а потом дальше развиваться. А у нас многие начинают говорить сразу про развитие, оставаясь на уровне обезьян. Вот это вот большая проблема, которая сейчас так или иначе без решения ни к чему хорошему не приведет. И по поводу, там, я вспомнил еще про костыли, мы когда в самом начале говорили. Дело в том, что есть такой фильм «Планета обезьян», уже снято их много-много-много раз, этих фильмов различных версий.
И когда я с разными людьми начинал дискутировать, я задал вопрос, а может ли этот фильм вообще иметь место в жизни быть? Многие говорят, ну, конечно же, там вселенная бесконечная. Я говорю, ну, подумайте сами. Вот существо, которое имеет больше иммунитет, чем человек, имеет большую силу, чем у человека, имеет защиту, ну, например, там, вот, да, шерстяное, но все защищено от холода. Достаточно от дождя укрыться, это над собой там банановый лист сорвать, да, как в виде зонтика, отсидеть этот дождь, и потом можешь дальше хоть из лужи пить, хоть что угодно делать. Вот есть ли необходимость этому существу развиваться? И все приходят к выводу, что нет необходимости такой развиваться. Так каким же образом цивилизация так называемых обезьян, тех, которых все уже есть для жизни, все предусмотрено, стала той цивилизацией, которая превысила развитие человека? А человек, который голый, которому необходимо выживать, что-либо создавать, он опустился на уровень ниже обезьяны. То есть вот эти нестыковки, если вы на них будете обращать внимание, они, ну, проявят что-либо хорошее в вашей жизни и помогут чему-то вас сподвигнуть. Сейчас мы переходим на музыкальную паузу, а дальше уже в заключение будем отвечать на оставшиеся вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 25-й день декабря на календарике 2015 года, пятница. Про календарик я говорю, один из современных календарей. По одному из старинных, 14-й день месяца белого сияния покоя мира, 7524-го лета, вторник. Уровень развития цивилизации, такова тема сегодняшнего нашего эфира. И мы продолжаем отвечать на вопросы. И вот так вдогонку тому, что было сказано, это касается не только простых обывателей, это касается и тех, кто себя считает управителями мира, управителем какой-либо страны, управителем какого-либо района. Коснется глобальное изменение всех. И если начнут травить дихлофосом, в кавычках, то будут, это достанется всем. Поэтому сейчас в интересах любого человека, или это может быть обычный обыватель, или это может быть какой-то руководитель, или это может быть какой-то вообще глава какого-то региона, в интересах всех задуматься об этом и предпринять какие-то меры для того, чтобы выйти из состояния паразитарного в состояние созидательного человека. Давай дальше. Вопрос в эфир, Владимир из Мытищ. Как быть, что делать с надвигающейся чипизацией населения в 2015 году? Ну, скажем так, опять же, помните ответ на вопрос, что все должно быть разумно. То есть вот такие технологии, они должны, то есть они не должны быть нужны, то есть не должны применяться, когда их не надо делать. Поэтому то, что на текущий момент эту технологию чипизации вводят, ее вводят для порабощения. Вот, поэтому с ней нужно противиться ей. Вот, всеми возможными способами. Я не думаю, что до этого дойдет, потому что, в принципе, люди, как бы, ну, они просто проясняют, в общем-то, они становятся яснее для них ситуация, для чего это делается, поэтому они не пойдут на это. Где-то в рамках там какого-то эксперимента, как бы, как это вводят паразиты, там, давайте эксперимент там проведем. Ну, может быть, кто-то на это пойдет за деньги там или еще как-то. Вот. Но не думаю, что люди пойдут. В принципе, тут и христианство против. Вот. Поэтому этот еще 2025 год, вот, до этого момента много воды уйдет. Вот. Изменения будут серьезные, на мой взгляд. Да, я думаю, мы будем смотреть с того времени, конечно, если еще задержимся на этой интересной земле, на то, что говорили сейчас, когда будем смотреть из тех 25-х годов. Константин, пожалуйста. Ну, я хотел бы сказать, что чипизация, вот эта программа чипизации, конечно же, с моей точки зрения, это зло. Это, так сказать, последний, ну, то, чтобы последние, ну, дай бог, если это будут последние шаги паразитов. Вот. И, ну, сейчас, в принципе, идет очень широкое освещение этой проблемы. В интернете, по крайней мере. Не знаю, как там в телевидении, не смотрю.
Поэтому думаю, что до 25 года ну, эта программа не выполнится. Это мое мнение, потому что ну, много есть сил, которые препятствуют этому. Ну и люди, я думаю, не настолько неразумны, что будут соглашаться с этим. Тут еще другая проблема есть. Это проблема программы «Форсайт». Вот, не знаю, поднималась она на радио или нет. Это тоже серьезная программа и серьезная проблема для нас. «Форсайт 2015», по-моему, даже называется она, да? То есть она уже сейчас действует. Вот. Ну, кто знаком с ней, да, то есть это программа по нашим детям, то есть по нашему будущему «Удар». Вот. И, ну, там она довольно-таки обширная, вплоть до создания и электронных няней, создания яслей, где будут без участия родителей и так далее. Вот такие вот ценности. И они, в принципе, эта программа «Форсайт», она, по-моему, одобрена даже на государственном уровне. И вот эта беда более близка, как бы, и ударит более больнее, мне так кажется. Вот тоже надо эту проблему поднять бы и обсудить бы. Обсудим, тем более, что это уже все не новинка. В прошлом веке в разных странах это применялось. Вспомните конвейеры рожениц, которые для Германии, для Третьего Рейха должны были рожать в большом количестве крепких и здоровых детей. Вспомните, подобные были программы в начале становления Советского Союза. Это не секрет, можете посмотреть, как там все делалось. Так что вот этот так называемый «Форсайт» – это хорошо забытое старое, просто с новинками технологическими, современными, не более того. А кем ну, это нам сделано, не надо допустить этого просто-напросто. Да, вот кем сделано и для чего это сделано, это другой вопрос. А вот об этом стоит нам, конечно, поговорить. А по поводу того, что ты не смотришь телевизор, как ты говоришь, зомбоящик, зря ты должен знать, на мой взгляд, чем дышат и что смотрят твои сограждане. И исходя из этого, будешь понимать, а что у них в голове крутится. Потому что ну, это очень серьезное воздействие на умы. Надо иногда включать через «не хочу», через «не могу». Ну, не то, что интересоваться. Ну, есть интернет, где, в принципе, все это можно найти и нахожу. Нет, подожди, тут идет готовая программа, когда все выстроено, все последовательно, где психологи скажут, когда что ставить, с какой громкостью, с какими красками и так далее. А интернет – это отрывки. Это то же самое, как цитировать Льва Толстого, например, или кого-то еще, выбирая отдельные маленькие фразы из контекста. Ну, это несерьезно. Здесь надо смотреть целиком. Вот наберись терпения, вот просто сядь. В данный момент утро у меня включи. Нет технической возможности это сделать. Вот как ты уходишь. Ну ладно, хорошо. Но ищи возможность. Дальше к тебе вопрос, не отключайся, от Светланы. Вопрос Константина возник. А можно ли узнать фамилию, имя, отчество преподавателя из Сочи? Уж очень ты заинтересовал. Ага. Ну, во-первых, есть закон о персонализации данных, или как он называется. Вот, в эфире я бы не стал бы озвучивать. И еще добавить хочу, что фамилии, к сожалению, не знаю, знаю только Ио, а Фио не знаю. Вот. Николай Петрович, если интересует. Здесь еще как бы такой момент, там же информация о том, какая это школа, она же не скрыта, туда Путин ездил, она называется школа «Сириус». Вот. То есть человек может вполне обратиться туда и как-то каким-то способом туда одаренных детей отправляют. Вот. Кто не слышал, вот Путин там как раз даже выступал перед детьми в этой школе. Угу. Хорошо, но мало кто знает вообще о тех новаторах, которые в нашем царстве и государстве присутствуют. И вот сейчас, хотя мы рекламы никогда не делаем, но я считаю, что хорошего человека надо прирекламировать. Есть Жохов Владимир Иванович, вот поищите в интернете. Это человек, который, так в двух словах, если уж мы коснулись темы воспитания, обучения, это человек, который разработал со своими соратниками систему, где первый класс, вернее, школа, прошу прощения, начальная школа проходится за несколько месяцев первого класса. Понимаете, да? Причем проходится, таким образом изучаются все предметы без насилия. Дети не устают, они учатся учиться, им это становится интересно учиться. Мало того, они в программу
начальной школы добавляют много других предметов, которые даже старшеклассники сейчас не получают. Это астрономия, например, и много чего другого. Они учатся правильно писать, они учатся правильно двигаться, у них нет искривления позвоночника, у них нет нарушения с глазками и так далее, так далее. Так что Жохов Владимир Иванович, поинтересуйтесь. По возможности, если получится, мы его в эфир тоже пригласим. Лично знаком, очень интересный человек. И если вот таким образом делать, как делает он и его соратники, то наша страна и весь славянский мир опять обретет ту самую значимость, о которой говорили сегодняшние наши соведущие. То есть он сказал так: по исследователям наших недоброжелателей иностранных ученых, около 86%, а может быть даже и под 90%, в России рождается гениальных детей. Это в разы превосходит гениальность других стран всего мира. Но к первому классу остается их уже меньше, а после первого класса их остается десятки, начальные десятки процентов. Вот представляете, что делает школа, та школа, которая сейчас есть, с нашими гениальными детьми. А на выходе мы получаем 1, 2, ну от силы 5%, в зависимости, какой учитель работает с своими подопечными. Вот представляете себе, почти 90% и там, например, 6% на выходе. А потом мы удивляемся, что происходит, почему наши дети не интересуются жизнью. Так что вот так вот. Запомните, Жохов Владимир Иванович. Так, давайте дальше будем рассматривать. Антон, есть ли такое изобретение, что наши леса, поля, луга и прочие местности от ссора нелюдского отношения к природе очистить? Подскажите, пожалуйста, а то я в своем труде окончания не вижу. Ну, я бы сказал, что прежде всего необходимо людям перейти на такие технологии, чтобы не мусорить. Вот, чтобы этот, отходы технологические были перерабатываемы полностью. Проще всего, конечно, закопать или там утопить, чтобы глаза не видели. Вот. Но проблемы, к сожалению, это не решает, конечно. А есть ли такое изобретение, которое очистит? Ну, я не могу сказать, не знаю просто. В данный момент есть такое, которое полностью очистит. Конечно, в этой области ведутся работы, но чтобы полностью очистить все луга, поля и прочие места от ссора, ну, я не знаю таких. Но тут идет вопрос, что имелось в виду под ссором. Вот. Ну, что еще могу сказать? Ну, например, есть такие технологии. Но они, вот как, то есть, где попадают какие-то элементы, то есть загрязнение какое-то происходит, да? Там произрастает растение. Вот. Для того, чтобы растение было как бы устойчиво, да, чтобы оно не подверглось воздействию, ну, во-первых, оно должно быть здорово. Вот. Во-вторых, определенные системы, скажем так, очищения через воду, там, например, все равно вода проходит через растение, определенные может вымывать элементы, через воду такие есть технологии. Вот. И тут еще могу добавить, что в принципе такие технологии есть и для человека. То есть вот человек попал в загрязненную зону, в определенную, в какую-то, и там у него там какие-то радиоактивные вещества или еще какие-то, то есть просто накопились. Ну, за счет питания, продуктов питания и так далее. Но вот организм человека, он настолько, скажем так, подготовлен к выводу вот этих вредных веществ. То есть у него очень много, ну, системы рассчитаны. Если он находится в ослабленном состоянии, он не сможет это сделать. Вот. Если ему дать возможность восстановиться, то есть это может быть вода, это может быть еще какие-то элементы, ну, то есть такие растворы, вот. Это может быть другие технологии, опять же, вы же в курсе, я уже приводил пример, что вот рыба в определенных местах, она не гниет, да? То есть, значит, процессы, вредные процессы, вот эти разложения, они останавливаются просто в определенных местах. Вот. И как бы дать возможность организму применить, то есть укрепить организм, дать возможность применить вот этот вот естественные процессы вывода, то есть подействовать на те системы, которые отвечают за вывод
вредных веществ в организме. Такие есть. Одну из технологий могу назвать, лучник называется. Угу. То есть это подтверждает то, что в принципе возможно создание таких технологий, и в этом плане даже ведутся работы. Я могу еще привести в пример как бы применение вот этой структурированной воды, которая определенным образом проникает в клетки и просто меняет там процессы биохимические в клетках. Вот. И это есть разные разработки по этому направлению. Да, я хочу сказать, что разработок огромное количество, сам отслеживаю, и некоторые настолько простые, что удивляешься, почему их не применили. Но удивление проходит тогда, когда ты понимаешь, кто делает так, чтобы их не применяли и для чего. На сегодняшний момент все сводится к тому, чтобы народ все больше и больше зависел от не себя самого, а от тех костылей, которые ему подбрасывают. А костыли денег стоят. Такая ситуация. Ну что ж, давайте сегодняшний эфир наш уже заканчивайте. Я предлагаю каждого из вас что-либо сказать нашим радиослушателям хорошее, доброе, вечное, чтобы душа развернулась. Пожалуйста, наверное, Константин, с тебя начнем. Ну, сегодня мы говорили как об уровне развития цивилизации в целом, так и о связях культурных, исторических между прошлым, настоящим. И будет здорово, если в будущем, учтя опыт прошлого и используя потенциал настоящего, уровень развития цивилизации не уйдет в тупиковую ветвь, то есть не поддастся тому пагубному влиянию паразитической системы, а сможет реализовать весь свой имеющийся потенциал, как духовный, так и генетический. Ну вот что я хотел бы подытожить в заключение. Хорошо, благодарю. Юрий, пожалуйста. Я думаю, что даже вот целью нашей встречи не столько как бы было разъяснить, что такое уровень развития цивилизации, сколько показать, от чего он зависит, и показать вот это вот то, что процесс эволюции, то есть самого общества и цивилизации, происходит только через процесс эволюции разума. И всех... как бы хочу настроить на то, что относиться к этому серьезно, относиться к этому, можно сказать, даже как к доступным, то есть к доступному процессу. То есть этот процесс доступен. Процесс эволюционного развития, он доступен, но нельзя, как бы так, знаете, как в каких-то шорах находиться, нужно увидеть, что во всем окружающем эта эволюция присутствует. Во всем окружающем мире. И в жизни, то есть в неорганической, в органических структурах это все можно увидеть, но это все больше убеждает в том, что возможно изучить этот процесс. Не просто полагаться, например, на какие-то свои видения и как бы какие-то ответы, которые во время медитации люди получают, а изучить этот процесс и стать полноценным человеком, который способен осознать окружающую реальность непосредственно с помощью своего основного органа чувства, это сущности человека. Именно так, именно этот способ был поставлен в основу эволюционного развития славянских богов. Хорошо. Благодарю за то, что высказались. Значит, что я хочу в заключение сказать? Вот то, что когда говорил Константин, я тут записывал много чего. Сейчас времени уже нет, я все не буду прочитывать, но хочу отметить, что многие достижения, которые сейчас стали проявляться и в военных делах, и в военно-космических каких-то направлениях современной России, они все или в большинстве своем или являются наследниками наследия СССР, или, мало того, были еще разработаны в те времена. И многие из тех разработок, они просто были, скажем так, в черные ящики положены, чтобы то, что говорится, не сперли, да? Ну, кое-что, конечно, утащили наши недруги, бывает, но
Мозгов не хватило, чтобы докумекать до конца. Даже когда приглашали наших туда, наши мозги, наших людей, которые туда приезжали и за доллары там работали, то многие просто элементарно саботировали и делали нужное дело, не давая нашим технологиям появиться у них там. Ну, не все, конечно, так. Были продажные шкуры. Что делать? Мир не без добрых людей, в кавычках. Но так или иначе это есть. Про кровь, например, ее называли голубой кровью. Разработка была известна еще в СССР, и это был фурор. Это где-то 80 какой-то там лохматый год. Про вот эту батарею, которая чудо-батарея, которая с космоса от звезд может брать свет, она впервые стала известна, сколько я помню, в 2006 году ее показали, а разработки они велись еще, по этой батарее велись еще тоже с советских времен. И так далее и тому подобное. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, просто хочу сказать, что пришло время, когда России, как представителю славянского мира, так или иначе придется изменять ход событий, ход всей истории. На сегодняшний момент, так или иначе, миссия славянского мира все больше и больше проявляется. Именно миссия. И в зависимости от того, сознательный ты человек или несознательный, сознательный наш слушатель. Как ты себя ведешь в жизни, как ты относишься к жизни, будет зависеть то, как состоится эта миссия, как она будет проявлена, как она воплотится в жизнь. Если ты просто относишься к жизни как, ну, так, некому времяпрепровождению, то прошу прощения, встань в стороне и мешай нам, тем, кто хочет изменить этот мир к лучшему. Потому что мы уже осознали, что происходит с миром, чем он болен. И так или иначе, на нас возлагаются определенные обязательства перед всем миром. Перед Россией в первую очередь, перед своими семьями в первую очередь. Это само собой, это никто не отрицает, нельзя это убирать. Сначала сам, твоя семья, потом твоя община, твоя весь и так далее, потом твоя держава. Это никто не исключает. Я уже беру в более высший такой уровень, что Россия всегда была ответственна за весь мир. И пришло время эту ответственность заново осознать и продвигать. Поэтому то, что сейчас творится, нравится это нам, не нравится, есть ли претензии у кого-то, к кому-то или нет претензий, мы находимся в одной лодке. И сейчас каждый должен взять весло в руки и просто грести. Придет время, мы разберемся со всеми, кто что-либо обещал, что-либо делал не так, как обещает, что-либо говорил, а слова его расходились с его поступками. Все это разберемся. Но для начала необходимо нам всем осознать то, о чем я говорил, и стать человеками. Вот. Это первое, что хотел сказать. Второе. Когда мы вот название передачи впечатали в эфир, выводили, озвучивали, вот как называется, уровень развития цивилизации, то у меня все время так бы шкрябло внутри. Почему слово «цивилизация» применено? Ну, наверное, потому что она более привычна современному уху. Но давайте посмотрим, что такое цивилизация. Латинское слово «civilis», то есть это гражданский, государственный, совокупность своеобразных проявлений материальной, социальной, духовной жизни той или иной группы стран, народов, в определенном этапе развития и так далее и тому подобное. Любая цивилизация представляет собой сочетание специфических социально-экономических отношений, культурных, нравственных основ общества. Каждой цивилизации присущи определенные общественные значимые ценности, уникальное восприятие окружающего мира, исторически сложившийся образ жизни. Эти принципы объединяют людей. Одной цивилизации обеспечит ее самобытность на протяжении всей ее истории. Так, друзья мои, давайте по-русски это назовем. Зачем мы к латинскому слову «цивилис» обращаемся? Есть такое понятие «держава», есть такое понятие «державность», как жили все наши предки и как нам завещали жить. Давайте жить роем, как нам говорили, и в державе, и тогда все будет становиться на свои места, и будет у нас все хорошо. А когда мы употребляем малопонятные слова, которые так просто знакомы, но не понимаем их смысла, то в кого мы превращаемся? Когда человек говорит то, что он не понимает, кто он в этом случае? Напомню, что сегодня 25 декабря 2015 года, пятница, 14 день месяца белого сияния, покоя и мира по одному из старинных календарей, вторник 7524 лета. Уровень развития цивилизации, то есть державности. Юрий Алексеевич Тяжлов, Драмачук Константин Александрович, это наши главные соведущие. Низкий поклон им за участие, за то, что очень много потратили сил и энергии на то, чтобы донести полезную информацию. Нашим радиослушателям, которые находятся в чате, низкий поклон за то, что вы, общаясь в чате, давали нам возможность понимать, насколько эфир интересен или неинтересен, понятен или непонятен. А также большой привет всем, кто нас слушает.
Еще раз напомню, для того, чтобы радио стало известным, необходимо о нем что-либо говорить и доносить какую-либо информацию. Если вы промолчите, то кто за вас скажет? А вот если каждый из тысячи скажет десятерым своим знакомым, а эти десятеро еще скажут другим десятерым своим знакомым, в этом случае эффект разрастания информации будет налицо. Так что всех приглашаю к тому, чтобы становиться участником сотворения мира, лучшего мира, чем он сейчас есть. Ну и в частности, вот рассказывать о нашем радио. Так вот скромно. Все, на этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. Если у вас есть какие-либо мысли по поводу, как должно что-то развиваться, кто-то готов прийти в эфир или кого-то позвать, пожалуйста, приходите и зовите. Желаю всего самого-самого доброго еще раз. До новых встреч. Услышимся. Славянское радио для пытливых умов.